Друзья, всем привет! Сегодня у нас среда, 24 февраля. Начинаем очередной вебинар. Сегодня 171. Каждую среду мы с вами встречаемся. Напишите. Разбор соцсетей участников тренинга создания и продвижения личного бренда. У нас второй раз мы возвращаемся к этой теме, и вот как раз два участника этого тренинга немного изменили свои, как сказать, подходы, да, и просят еще раз посмотреть. Давайте это сделаем. Но один изменил, а Константин, насколько я понял, вы высылаете мне то, что было уже у вас готово. В прошлый раз вы хотели посмотреть, но так и не получилось. Поэтому сегодня мы как раз это и сделаем, да. Так, сейчас быстренько открываем, где у нас тут все. Конспект. Угу. Вот, вас to life в первую очередь, да, мы посмотрим. И потом уже, Константин, ваши все дела посмотрим, да. Вообще, на самом деле, конечно, как на любом мастер-классе, я очень рекомендую вот после того, как получена какая-то информация, вносить некие изменения в то, что вы сделали, ну, как бы в ваше представление ваших страниц, там, или еще какие-то рекомендации получили, и уже после этого, как бы, запрашивать обратную связь. Почему? Потому что становится понятно, как бы там услышали вы меня, нет, что-то попытались вот в этом новом ключе что-то сделать. Вот и поехали. Какое-то сочетание клавиш нажал на клавиатуре, что прям комп перезагрузился. Итак, время 12:27:45. Итак, давайте посмотрим страницу Was to Life. Я в прошлый раз сказал, что эту страничку бы хорошо упомянуть здесь, что речь идет про дизайн интерьера и расположение, значит, всего, что находится в доме. И я потом, когда перечитал еще, Оксана, я извиняюсь, Ольга назвала, Оксана Чечерина, автор этой прекрасной страницы, и я сказал о том, что хорошо бы людям объяснить, что же такое васту, потому что вам-то это понятно, у вас-то на слуху, но обычные люди могут быть не в курсе. Вот этот вроде как домик, который здесь присутствует, мне очень нравится этот образ, все хорошо, но это, к сожалению, не совсем, скажем так, поясняет действительно, что, о чем идет речь. Вот мира, здоровья и добра вашему дому. То есть может быть речь о, скажем там, действительно здоровье, о там, не знаю, каком-то благополучии. То есть там могут быть какие-нибудь тренинги по личностному росту. Ну, то есть на самом деле может быть масса всего, но не факт, что именно это вы предлагаете вашим клиентам. Поэтому я бы хотел, чтобы здесь все-таки было уточнение, да. И здесь видите, как сказать, васту эксперт, васту коуч, ведический астролог, да. То есть я думаю, что получается, вы себя называете васту экспертом и васту коучем. Это получается для двух разных аудиторий. То есть в одном случае вы говорите, что я могу вам помочь организовать ваше пространство в вашем доме. А в другом случае вы говорите, я могу вас научить делать это, скажем, самостоятельно, либо учить других людей. То есть, видите, это на самом деле может быть близкие аудитории, но немножко разные, да. И я бы все-таки советовал вот про коучинг, да, вот именно писать, может быть, на какой-то отдельной странице. И почему? Потому что... Ну, здесь как бы, типа, потому что это для разных людей, будем так говорить. Хотя, может быть, и ничего. Значит, вот смотрите, когда вы пишете «я», пробел, дефис, пробел, Оксана Чечерина, эта вот черточка воспринимается как дефис, ой, как пробел, то есть так оно и есть. А когда вы пишете «васту», пробел, дефис, пробел, эксперт, это уже неправильно, потому что, опять же, здесь эта черточка, она выступает в виде тире, а на самом деле здесь должен быть дефис. То есть пробелы, пожалуйста, отсюда вот уберите, да. Вот такая ситуация. Вот этот вот, смотрите, список ваших регалий я бы рекомендовал писать в обратном порядке, потому что более ценные и больше относящиеся вот к тому, чем вы занимаетесь в вещи, они как раз в конце списка оказались. И не факт, что человек до этого как бы дочитает. То есть как бы
То, что вы прошли курс соционика для всех, это как бы вот именно близко, наверное, к тому, что вы, чем вы сейчас занимаетесь и что вы предлагаете. Вот, ну, в общем, на самом деле, плюсик мне, кстати, нравится, то есть, как бы это в плюс ко всему моему предыдущему образованию. То есть, это как бы хорошо, но вот говорю, в обратном хронологическом порядке было бы классно. Насчет картинки давайте пока вниз не спустились, поговорим здесь. Присутствует два цвета, это очень хорошо, мне нравится. Мне нравится то, что присутствует практически один шрифт, да. Вот, может быть, вот в этом слове онлайн больше расстояние между буквами, почему-то у меня такое ощущение сложилось. Ну, а может и нет. Но в любом случае, вот эта точка здесь 100% не нужна. Ну, как бы онлайн точка, да. То есть, как бы, если мы заголовки пишем, то вот просто научитесь писать в своих баннерах вещи так, как они, как подписываются книги, как обложки идут, понимаете? Вот здесь же книга «Эволюция красоты», точка, да. Если бы здесь была, это было бы очень странно, да. То есть, старайтесь делать, как я в прошлый раз говорил, переносы по фразам. То есть, допустим, если бы вот вы переносили бы, если бы на каком-то баннере бы использовали «Вас ту жизнь», то действительно на одной строке «Вас ту жизнь», на другой «Консультация», на третье «Обучение», да, а не так, что «Вас то», на следующую «Жизнь», на следующий «Консультация». Ну, то есть, как бы не разрывать вот эти вот устойчивые словосочетания, прилагательное как бы оставлять на той же строке, что и существительное, к которому оно относится. Вот, в целом, как бы, что еще? Давайте дальше. Значит, мне не очень нравится то, что у вас все фразы, они прям, ну, как бы в края упираются вашего баннера. Вот это вот самый важный момент. Знаете, на самом деле, может быть, я не самый лучший в мире фотограф. Ну, это 100% действительно так, что я не самый лучший фотограф. Но так получилось, что мои пейзажи как бы объездили весь мир, и я как-то попал просто и хорошо влился в команду, которая путешествовала по Казахстану, Средней Азии. Как это получилось? Я очень долго учился как раз вот этому дизайну, графическому дизайну. Это мне очень сильно помогло. Ну, то есть я работал графическим дизайнером, работал с художником, которые меня наставляли, показывали: Илья, вот здесь побольше, поменьше, посветлее, потемнее. И это мы делали в течение, ну, как бы там, по-моему, года, как я вот учился и работал вместе с художником. Вот рядом просто он сидел, я был его, скажем, интерфейсом между ним, короче говоря, и со самими картинками, которые мы создавали. Это были рекламные билборды, большие рекламные щиты. Первые рекламные щиты в Алма-Ате, это 94-й год был. И я вот именно тогда научился композиционно все это собирать. И это мне сильно помогло во всех остальных как бы направлениях, все, что связано с визуализацией. И с видео, и с фотографией, все остальное. И вот на самом деле у меня как бы опыт в этой области достаточно большой. Так вот, смотрите, когда вот сам, как сказать, ВКонтакте верстает, да, свои блоки, вы посмотрите, вокруг всех элементов есть небольшое поле, небольшой отступ, да. И это действительно хорошо, потому что взгляд понимает, что ему вот здесь начинается белое поле, и с этого места ему нужно все считывать. А когда у вас как бы все упирается в края, во-первых, это выглядит так, как будто это все, ну, короче говоря, ему очень тесно и неприятно, какое-то ощущение такое возникает. И, в принципе, ну, не соблюдаются вот эти вот правила для удобства чтения. Значит, поэтому уменьшаем это все, отрываем от края. Не уверен, что как это называется, здесь стоит вот так разными шрифтами играть по цвету, оранжевый, синий, белый, но мне нравится то, что вы в принципе, ну, то, что вы в принципе вы все в одном шрифте соблюли, да, и это все так это стильно. Насчет вот надписи повернутой вверх вот здесь, я не уверен. Вот говорю, вот этот вот баннер центральный, его нужно, как и вашу визитку, как и ваш логотип, как и, может быть, какие-то еще некоторые элементы заказать дизайнеру, да, сейчас дизайнеров без работы просто выше крыши, может, не обязательно тем, кто там, не знаю, что-то где-то учился, но у кого хороший опыт, может быть, есть. Вот реально у людей это все на руках, когда это вы сами пытаетесь все это скроить, вот где-то вы все равно ошибетесь, я вот сейчас какие-то ошибки называю, и вам вы можете что-то переделать, и это будет лучше, но не факт, что это будет идеально, но в смысле, все равно можно сделать всегда лучше, и, конечно, самый лучший выбор, это, скажем, дизайнеру предоставить консультацию по вас, то вы можете же по бартеру работать, да, а он вам сделает вот этот вот баннерочек очень красивый, да.
Вот такая история. Вот этот вот, как сказать, картинка как на аватарку, она не подходит, потому что я не могу прочитать, что там присутствует, да. То есть вот эта красивая ваша прекрасная баннер, он хорош, но он не хорош для аватарки, потому что когда она появляется вот в таком виде, а еще где-то вот смотрите, видите, вот мое лицо здесь вот присутствует, вот точно таким же образом. Ваша аватарочка будет уменьшаться в комментариях. То есть там вообще будет непонятно, вот как она и в таком-то виде не очень уже крупная. Ну и если она еще в комментарии уйдет, так совсем там сожмется. Поэтому я уже сказал, аватарки. Я думаю, что ваше лицо прекрасное, если вы профессионального фотографа сниметесь, лучше будет все-таки отображать идею вашего, скажем так, ваших услуг. Ну, или вот, к примеру, может быть, какая-то графика. Вот видите, вот у меня логотип здесь. Илья Афанасьев, и вот это мой символ, да, здесь с правой стороны. То есть это получается. Видно, что это так все квадратненько, кругленько, буковка I повернута, да, то есть это присутствует. И видите, он очень маленький, но все равно это можно рассмотреть. И это ощущение, что это блик на объективе, то есть как бы передается идея того, что это все-таки такое есть. То есть не скажу, что это лучше там логотип, хотя действительно профессиональный фотограф, дизайнер сделал. Я немножко видоизменил его. Но, в общем, он, как сказать, передает эту идею. Вот, может быть, какой-то домик нарисованный, какой-то символ красивый, да, может быть, для вашей аватарки, если вы все-таки не хотите свое лицо давать на аватарку с вашей профессиональной страницы, может быть, это подойдет, да, то есть вот думайте, пожалуйста. Так, ну все, по-моему, сверху мы тут разобрались, давайте вниз идти. Так, я потом в свое время прочитал, что вот этого печеньки другого варианта нету. Вот здесь смотрите. Вот эти миниатюры, да, вот для чего они нужны? Вот я кликаю, я уже эту картинку не вижу. То есть, как сказать, в большом размере вот эта консультация вас, то большого изображения я этого не вижу. А в маленьком оно опять же не читает. То есть, что там написано, как там, это очень мелко. То есть, вот здесь как раз не надо в виде вот этой, как это называется, в виде, как же они называются, вот эти вот круги, которые выходят изо рта, ну, как бы подразумевают, что этот человек сказал. И вообще, зачем они используются, если идея в том, что кто-то это сказал, или же все-таки это элемент оформления, да, то здесь больше как элемент оформления используется, но он имеет определенный свой смысл. То есть он представляет, как сказать, подразумевается, что это как цитата какая-то, что это кто-то что-то говорит, как прямая речь какая-то, да. Вот. А когда мы просто берем заголовок, типа консультация ВАСТу, да, вот, это начинает приобретать какой-то смысл, такое ощущение, что вот как мы нас учили, наши учителя, что когда мы приготовили еду, да, мы открываем окно и кричим: «Все на обед!» Да, и все люди как бы собираются. Такое ощущение, что вот вы готовы консультировать людей по ВАСТу, и вы всем кричите: «Ребята, собираемся на ВАСТу, да, все хорошо, я готова». Ну, то есть смысл все-таки нужно понимать от каждого графического элемента, который идет. И опять же, вот эти все штуки может вам прекрасно сделать ваш дизайнер, с которым вы договоритесь там. Так, ну что еще? Выбираем квартиру по законам ВАСТу, 7 правил, ну хорошо. Вот они все пошли. Вот. Начну с того, что мы не просто так попадаем в то или иное место. Ну окей, хорошо. Хорошо, и потом вот эти 7 все дела. Ну, вот это вот я увидел, что это было изменено. В картинке такие более-менее стильные. Не совсем понимаю, почему здесь все еще много такого разнообразия по цветам. И почему текст у нас здесь не выключен по левой стороне, а такой центральный. И еще этим восклицательным знаком мужичку по голове, да, отдает. Я вот это немножко не понимаю. Я вижу, что, в принципе, логотип-то у вас есть. Вот это ВАСТу. Джотиш, да, вот с этими какими-то перышками, или как это называется, летящими семенами одуванчика, да, это парашютиками, да, это в принципе он присутствует, но когда вы в таком виде его наклеиваете на светлые и светлые объекты, это как бы теряется, да.
Кстати, почему этого логотипа нету в баннере, да? Это же вроде как ваш, вот здесь где-то в правом углу маленьким бы удался. Но я хочу сказать, что вот в таком формате, что когда очень маленькие символы и очень большие буквы, оно не смотрится. Я бы, может быть, расположил чисто графически васту, потом следующей строчкой инжотиш, и вот эти вот семена сделал бы чуть более крупными, чтобы по толщине линии вот этих рисунка совпадали с толщиной линий самих букв. Вот эта вот выверенность и, как сказать, точность, да, вот в деталях, она подчеркивает ваш профессионализм. Именно поэтому я говорю, что, может быть, стоит с дизайнером как бы поработать. Ну, я знаю, что сейчас очень модно всякие вот такие цвета как бы использовать абсолютно вырви глаз. Но как, это, в принципе, может быть и неплохо, но когда очень много текста, и когда, опять же, это все без рамки вот так упирается в края, это действительно выглядит непрофессионально, да, то есть нужно с этим как бы работать. Вообще, раз уж вы решили делать баннера самостоятельно, не хотите на это тратиться, и вы, как женщина, хотите вот чисто вкладываться в красоту своей страницы, как бы оформлять ее, вам нужно просто пройти тренинги по дизайну и все, и это все снимет все вопросы, и вот, и все будет замечательно. Аватарка, вот это мне нравится, но лицо должно быть откадрировано таким образом, чтобы оно было по центру. Мне не очень нравится вот эта манерная, как бы, этот жест, да, то есть как-то вот вы пытаетесь что-то сделать. Вот, конечно, давайте, может быть, глянем какие-нибудь варианты по, ну, по позированию для бизнес-дел, для как бы бизнес-аватарки. Давайте я... У меня сейчас под рукой не будет моего ссылки на мою презентацию, я ее открою непосредственно в интернете. Вот. Но там просто я знаю, что там будет много всего. Так, окей. Открываем. То есть с фотографом нужно поработать, да, нужно найти хорошего фотографа, у которого много классных идей, пойти на фотосессию, притащить кучу разных луков, естественно, их предварительно согласовав и все остальное. Ну вот, смотрите, да, как у нас здесь выглядят люди, да, вот человек за столом спереди, человек вот сидит опять спереди, вот человек общается с кем-то, да, и жестикулирует, да. Вот, рука в волосы, в принципе, это интересно, что она поправляет волосы. То есть она не сидит манерно, да, она, как сказать, в движении. Ну, вот этот вариант с кулаками не очень, но мне он понравился, что меня как бы разнообразит мое портфолио, и это достаточно прикольно. Вот, такая манерная, жеманная девушка, да, просто человек в кадр смотрит. Вот, с книгой в руках, да, тоже вариант. С какой-то продукцией своей в руках, просто лицо, да. Вот, руки сложены на груди, такая уверенная, закрытая поза, да. Опять же, за столом пишет что-то. Ну вот, какие-то такие варианты, они как бы бизнес, да. А вот это, оно такое как бы девическое. И знаете, вот когда вы используете высокий воротник всяких одежды, в частности здесь свитер, да, он прячет вашу шею, вы еще и рукой закрываетесь, поэтому шея полностью уходит, да, то есть как раз вот этот вот красота, этот такой элитарность, да, вот эта вот богемность, да, это как раз длина шеи, понимаете, вот это Нефертити, это почему я шею это удлиняли, потому что это как бы вот элемент небесной красоты. И чем больше мы ее красоту эту показываем, тем лучше. Понятно, что, скажем, для каких-то, ну, единичных фотографий, которые репортажно сняты, может быть, нам не стоит это делать, потому что у нас у всех складки на шее, да, и они вообще появляются у современных людей, да, наверное, и вообще у всех людей, чуть ли не там с 12 лет, с подросткового возраста. И эти складки, конечно, фоторетушер должен убирать и шею делать очень красивой. Но это задача, которую надо просто решать, не более того. То есть это, в принципе, нужно с этим работать, да.
Окей, разобрались с аватаркой, аватарку надо переделывать, вот, и, как я уже говорил, не сниматься на фоне батарей, да, то есть, ну, понимаете, мы даже на маленькой фотографии это не видим, это не бросается в глаза, но на подсознании это срабатывает, потому что это эти решетки, это элемент интерьера, который закрывает батарею. Да, то есть нужно искать красивые, замечательные интерьерные фоны, а лучше, конечно, на каком-нибудь ровном. Но в идеале, конечно, это сейчас не популярно не ровные фоны, а такие, как холстовые, да, то есть такими пятнами, да, которые идут, это было бы очень-очень круто. Ну, это отдельный большой разговор. Оксан, если вы в эфире можете как-то отреагировать, что-то написать, вот. И уже потом говорит, так, Константин, все, вот я вижу тут несколько от вас сообщений, что все со звуком в порядке, да, я вижу. Да, у нас в начале трансляции было там как бы косяк, мы его потом почистим. Ну что, Константин, давайте ваши смотреть штуки интересные. Я, если честно, как-то заглянул, но я особо не разбирался. Вот, и сейчас я думаю, что мы можем это сделать. Давайте открываем. Давайте я здесь напишу, что это Константин. Окей. И, наверное, открою сразу ваши ссылки, чтобы потом, когда кто-то будет смотреть, уже не ждал этого момента. У нас тут две ссылки. Раз. Оксане еще пока с Константином не начали. Хочу сказать спасибо за возможность пообсуждать и за смелость, да, что вот так вот вы, в принципе, стараетесь и стремитесь, и как бы готовы получать обратную связь. Это очень позитивно вас характеризует. Время 12:14, 50 будет. Итак, от Константина я получил два баннера, и давайте мы их пообсуждаем. Значит, мне нравится, давайте сначала, что нравится. Мне нравится цветовая стилистика, то есть здесь нету практически никаких лишних оттенков, и все как-то так хорошо. Здесь сочетание зеленого-красного, в принципе, окей, пусть будет. Так, что, значит, теперь напрягает. Нравится, кстати, и то, что у вас используется один шрифт. Но вот смотрите, когда вы его сильно уменьшаете, вот эти вот засечки начинают теряться. То есть, и вообще сейчас очень популярно, вообще очень популярно использовать прямые шрифты. То есть какое-то время назад вот как-то пошло это, может быть, как раз из-за того, что когда уменьшаются вот эти прямые шрифты, они не сильно теряются, то есть они все еще остаются достаточно такими читаемыми, да, а шрифты с засечками, особенно с какими-то там красивыми засечками, да, они могут просто не перестать читаться, когда их сильно уменьшают. Вот, но когда вот крупное что-то, да, то, конечно, засечками выгоднее смотрится, потому что это такая красота, и вот этот цветочек, все дела. Может быть, для вот этого перечня, который у вас здесь присутствует, может быть, для него бы я посоветовал использовать как раз прямой шрифт, да, типа там гельветики, прагматики раньше была, тахома сейчас, Arial самый популярный шрифт, да, может быть, вот его здесь, да. Так, ну и текстов достаточно много. Вот я думаю, вот этот тренинг, вы же остались, да, на обучении, то есть вы уже пошли на платный курс к Ларисе Миловановой. Вот текстик, конечно, было бы хорошо сократить. И отсутствует здесь непосредственно призыв к действию. То есть это рекламный же макет. Помните, я говорил про рекламу AIDA, да? То есть action, information, desire. И, ой, attention, information, desire, action. То есть, привлечение внимания, информирование, возбуждение желания и приглашение к действию. Это должно присутствовать, но не, ну, скажем так, очень, коротко, да? То есть здесь у нас привлечение внимания за счет чего? За счет вот этих вот рук красивых, да, наверное, за счет вот этих красиво размытого фона, да, то есть какой-то взгляд какой-то в такое зеленое,
экологическое будущее, да. И таким образом, как бы, есть акцент, и все хорошо. Вот, значит, что еще могу сказать? Вот, кстати, у вас вот эти поля выдержаны вокруг, все хорошо, мне так нравится. Знаете, вот я бы хотел сказать, что издалека, если мы будем вот этот баннер смотреть, он будет очень, ну, как сказать, не, ну, таким, он будет невыразительным, вот что. Конечно, хотелось бы, чтобы на нем присутствовал какой-нибудь акцент. Вот если бы взяли вариант, что у вас трава, и здесь растет цветок какой-то, да, и вокруг вот этого цветка бы все строили основную композицию, не центральную, он бы как бы от этого выиграл. А когда здесь у нас получается все внимание вот к этому логотипу, у меня спорные он вызывает такие ощущения, вот этот, наверное, я такой испорченный человек, но как-то вот какие-то неосознанные ассоциации, да, здесь у меня возникают, но раз это ваш логотип, ну пусть будет, но может быть не стоит, как сказать, от него отталкиваться. То есть людям для того, чтобы привлечь внимание, нужно увидеть нечто, как так называемый архетип, да, первообраз по-русски. То есть вы должны зацепить их внимание каким-то очень узнаваемым, очень понятным элементом. И для этого вот эти вот руки внизу, да, они на самом деле не очень как бы срабатывают. Надо все-таки что-то особенное. Коучинг, техника, юбилей. Соприкоснуться с лучшим вариантом своего будущего. Консультация за донейшн. Вот сейчас уже и многие поняли, что пора убирать русские, в смысле вот эти вот английские слова. Некоторые уже просто так круто сели, что мы не можем как бы просто их кинуть, но donation точно, мне кажется, можно найти замену. Пожертвование, конечно, это ну, как сказать, не стоит это слово, короче говоря, использовать. Какое стоит, не знаю сейчас. Но за donation мне даже тяжело просто прочитать. Здесь, кстати, вот такой нюанс, что когда вы пишете белым шрифтом по темному фону, такому, ну, скажем, не очень однотонному, да, вот эти вот становится очень тяжело читать. Может быть, сделать затемнение за этими буквами, да? И уж точно не стоит делать, я так вижу, здесь использована какая-то, по-моему, обводка. То есть этот шрифт немножко усилен, сделан чуть более толстым. Вот его жирный вариант, да, для вот таких вариантов, когда мы что-то делаем светлое на темном, иногда жирный вариант больше подходит. Вот полужирный шрифт, так называемый, да, а не regular, не normal, не, ну, короче, не обычный, а полужирный. Но делать этот полужирный самостоятельно неправильно, просто добавляя как бы обводку. Я сейчас объясню, в чем дело. Вот здесь буква D и буква A, они слились друг с другом, потому что обводка вокруг D и вокруг A, она добавилась, и вот это маленькое расстояние между этими буковками, оно съелось. И вот эти вот этот нюанс, он как бы, ну, не то чтобы именно он бросается в глаза, это просто действует подсознательно. Мы видим, что это шрифт, с ним что-то не так, он как-то растекся, да, то есть такое ощущение, да, подсознательное идет. Так, с этим баннером поговорили, да, если какие-то конкретные вопросы по нему есть, Константин, пишите. Благодарен вам за то, что вы в онлайне. Давайте второй посмотрим. Значит, здесь мне показалось, что как раз вот отсутствуют вот эти вот границы. Ну, я уже сказал, плюс то, что все в одном стиле, все хорошо. Мне нравится вот этот вот архетип солнышка, и что действительно с правой стороны у нас как бы кадр так засвечен. Вот. По поводу шрифтов уже не буду говорить. Здесь все то, все те же ситуации. Стоит ли вот здесь белым и черным играть, да? Сложно мне сказать. Но вот, знаете, вот такая вот я вижу, что здесь затемненность есть, но она такая прям явная. Нужно мягче все-таки, да, чтобы не так это сильно бросалось в глаза, в частности, по логотипу. На буковках затемненность ничего, нормально, хорошо. То, что все это оставлено на прозрачном фоне, гипотетически это хорошо, то есть такое ощущение воздушности, как бы это все. Но я бы эту прозрачность сделал бы меньше, потому что все-таки сильно рябит, и читать не то чтобы сложно, даже не хочет. Друзья, у нас в очередной раз упал Windows, я перезагрузил компьютер.
И фиксируем, да? Да. Давайте продолжим. Значит, мы остановились на том, что обсуждали вот этот вот баннер. Значит, я объяснил по поводу шрифтов и расстояний от краев. И вот в частности, вот в этом нижнем элементе, здесь очевидно, что у нас расстояние чуть как бы не совсем одинаковое. То есть здесь нам нужно разместить надпись чуть-чуть по-другому. Она должна быть идеально оцентрована. То есть не должно быть такого, что она у нас получается Видите, частично она там, в очередной частично раз здесь. упала в Windows, и опять Поэтому возникает следите, пожалуйста, за этими нечто мне. нюансами. Оно как бы должно всегда быть идеально вписано в прямоугольник, как бы как элемент оформления. Окей? Так, ну и все, наверное, с этим баннером. Если есть какие-то вопросы, Константин, вы можете задать их, я на них отвечу. Да, я вижу ваш вопрос про 500px, я уже зафиксировал эту тему. И даже сейчас, наверное, открою эту страничку. И поговорим про нее. Она у меня где-то здесь специально заложена, да? И для этого, для работы нам еще понадобится Photoshop. Вот. Я уже, честно говоря, переживаю, как бы у нас тут действительно, чтобы все хорошо работало, как бы, чтобы ничего не висло. Можем ли мы позволить себе пользоваться Photoshop? Думаю, да. Потому что, ну, как бы Photoshop нам и поможет поработать с тем, что есть, да? Так, все, Photoshop открыт, это есть. Вопросы. Так, ваши комментарии вижу. Класс. Поехали. Так, время 13:01. 10 будет. Вопрос. Как скачивать с 500px и других сайтов, где у нас нет возможности полностью управлять, ну, не полностью забирать картинки, как с Google Фото бывает, что мы можем где-то взять, где-то еще что-то такое. На 500px такой возможности нет. Давайте еще все-таки я пару слов скажу про этот ресурс. Это так называемая социальная сеть для фотографов и графиков. И я ее очень люблю. И люблю на ней искать всякие референсы, всякие разные полезности, картинки, что помогает мне и иногда идеи некоторые подчеркнуть новые, иногда доуточниться. Но в любом случае самые крутые изображения, они находятся на этом сайте. Это я уже с некоторых пор, для меня это факт. Ну, есть еще 35 фото.ру, но там меньше разнообразия. Вот. И, кстати, 500px прикручен к фотошопу. То есть можно сделать так, что ты вот что-то делаешь, рисуешь, или делаешь фотку, ты можешь сразу автоматически постить на 500px. То есть он реально крутой, и поэтому он очень здесь очень много классного контента. Я запускаю этот сайт в формате, значит, как бы поиска. Мне больше всего нужно именно для поиска. У меня там есть моя страничка, но я давно ее не обновлял. Там старые уже фотки достаточно такие. Вот. А в режиме поиска я выбираю вариант не relevance, а пульс. Да? То есть есть три варианта: relevance, пульс, newest. Да? То есть по наиболее совпадающие по запросу, наиболее крутые пульс. Это значит наиболее крутые залайканные, то есть наиболее популярные, будем так говорить, и newest наиболее новые, самые новые картинки, да. Вот, а сюда я пишу, вот где слово сюда, у меня я вписываю слово. Вот эту ссылочку я открываю и как бы все нюансы как бы туда пишу, что мне нужно. Вот у Константина, к примеру, был запрос относительно, точнее, картинка с красивой травой, да? Вот, если вы не знаете, как быстро, лучше всего искать по английским словам. И ссылка вот вам на переводчик с русского на английский.
То есть, не зная слова, и лучше все-таки его, как сказать, находить, то, что вы можете знать, но, может быть, напишите с ошибкой там, и так далее. То есть, по-русски вы точно увидите, что что-то не так, да, а по-английски можете написать, и он вам выдаст какое-то количество фоток, не соответствующее, короче говоря, вашему запросу. То есть, может быть, просто даже по какой-то орфографической ошибке он что-то может выдать, да, понимаете? Эти, судя по всему, ошибки были допущены людьми, которые запостили эти фотки. Вот 634 человека также ошиблись в слове grass, да, указав не ту букву. Но эти фотки здесь есть. Но их мало, их 634. А правильное упоминание этого слова дает нам 1 542 картинки, 1 542 045 картинок, да. И да, здесь травы, может быть, и напрямую не увидим, но вот та картинка, которая вот у вас была, допустим, мы можем еще добавить какие-то слова, например, макро, да. Вот, ну, то есть, как бы крупно. Вот, 61271. И вот поехали вот эти, видите, варианты, которые я говорю. То есть, трава и какой-то красивый размытый фон. Но вместе с этим есть определенный элемент, от которого можно оттолкнуться. Вот здесь вот бабочки, видите, очень красиво. Вот здесь вот эти вот цветы, вот шмель летит, вот еще что-то такое. И вот реально много, видите, классных, замечательных изображений, да. Теперь еще становится вопрос, как их себе забрать. То есть вот просто так вот взять и сохранить, это не получится. Нужно это, как сказать, забирать через принтскрин, через, получается, как по-русски это называется, грабить, да. Грабинг это по-английски. Короче говоря, просто делая скриншот экрана на компьютере. Вот. Но делать это нужно сразу не с помощью вот этого, не вот это маленькое изображение, которое есть. Его нужно, во-первых, раскрыть на весь экран, да. Вот. И уже после этого, и уже можно как бы тогда все это дело хорошо грабить, да. Значит, смотрите, сейчас я уберу свое изображение на секундочку. Так, где тут у меня... Ctrl Print Screen, я нажал кнопочку, переключаюсь в Photoshop, где он тут у меня запустился, и создаю файл новый. У меня тут все менюшки открываются на другом окне, потому что тот второй экран является рабочим. Нажимаю просто ОК на предложение создать, то что там получается все-все-все у меня это все, что есть, и выбираем Edit Paste. Ну вот видите, у меня еще красная рамка взялась, блин, как мне ее убрать? А, нет, все нормально, это у меня на левом окне, да? Да, конечно, легко, очень просто через Ctrl Print Screen и через создание нового файла втыкаете в Photoshop. Но вроде бы легко, но когда их много, с ними уже это уже перестает быть таким простым, потому что тут еще требуются определенные моменты. То есть вам нужно же еще все это отрезать. Вам тоже получается. Причем отрезать желательно максимально близко, да, вот к этому. Ну, то есть не взять вот этот черный экран. Вот. Вот таким образом вот выбираете теперь уже границы этого изображения и пересохраняете его. Давайте еще свои сведем вместе. Так называемый flatten image, да. И теперь уже точно можно легко сохранять в JPEG, да. JPEG. Ну, пусть будет здесь, да. Сделаем. Значит, проблема в чем? Проблема в логотипе. Логотипы очень легко убираются. Покажу сразу, да, это, чтобы они не мешали. Спасибо большое фотографу, который сделал этот снимок. Так, в чем у меня, почему не выбирается инструмент? Сейчас я должен понять, что происходит. Давайте попробую. Видать, у меня какой-то вопрос возник. Да, у меня вопрос возник. Я его не увидел на другом экране. Окей. Значит, выбираете элемент лассо и выделяете все, что вам нужно, как сказать, затереть. То есть, вот 500px и вот эту вот штучку. Подпись. Значит, Edit, Fill.
и выбираете в новом окне, которое у вас отобразится, следующую опцию, которая называется Content TV. Обычно стоит Foreground Color, да, то есть выбираете Content TV, норму 100%, окей. И если картинка очень простая, то она вообще за любой вот этот элемент затрется ну, практически без каких-либо потерь, да. Бывает, что это элемент написанный, всякие логотипы сверху изображение и не получается так красиво. Но там можно немножко поколдовать и все эти, в общем-то, вопросы решаются. Вот такой способ для получения изображений самого крутого сайта в интернете с самыми крутыми, замечательными фотографиями. Вот, есть еще способ, да? Давайте я еще про него скажу. Можно вот эту страницу, вот как она сейчас есть, просто ее сохранить. Вот я нажимаю кнопочку Ctrl-S. Давайте просто запомним, куда у нас сохраняется. Ну, пусть будет в загрузке. Окей. Загрузки. Вот мы сохраняем в папочку загрузки. Теперь пробуем зайти в эту папку. Так, находим. Вот смотрите, у нас здесь где-то ссылка-то. Так, сегодня. Вот, видите, здесь есть сама сам файл и папочка к ней, да, то есть вот нужно, нам не нужен вот этот файл, он только сейчас появился, да, нам нужна вот эта папочка, вот внутри нее будет лежать то, что нам нужно. И вот вы внутрь заходите, и в этой папке ищите изображение, оно должно быть звездочка .jpg, то есть вот таким образом, да, и он покажет вам все вещи, которые, ну, как бы все картинки, которые были на этой странице. Давайте попробуем найти, я не уверен, да? Так, значит, я хочу вид в виде таблицы дать и по размеру отсортировать. И я подозреваю, что вот сейчас... Так, а еще раз вид. Крупные значки. И вот это изображение, оно самым первым у нас. То есть я когда рассортировал все файлы по названию, у меня произошла следующая ситуация. У меня вот это наше изображение, которое было самым крупным, оно оказалось на самом верху этого списка. И именно его мы сейчас можем, по идее, уже смотреть. Так, я хочу... Новые старые travel фотографии, фотографии, привезенные с путешествия, это было фото-сафари по Киргизии. Мы заехали на плато Кокия, мы были на озере Кильсу и потом вернулись через перевал Тасор на Иссык-Куль. Это было в 2017 году. Это было, наверное, самое запоминающееся путешествие по Киргизии для меня. Действительно, только один раз был на озере Кельсу, сейчас мы его посмотрим. Я вот сейчас занимаюсь постепенной разборкой предыдущих всех путешествий, и просто руки доходят до кадров, которые, скажем так, изначально не были выбраны как лучшие и не были, скажем так, выбраны в принципе в обработку. Поэтому сейчас есть возможность еще раз взглянуть на то, что было тогда сделано, и заново, может быть, некоторые кадры обработать. Именно с этим сегодня связана основная тема. Мы сегодня посмотрим, как обрабатывать пейзажи. Ну, еще пообрабатываем портреты, потому что была у меня съемка в студии. В общем, вот такой у нас сегодня план. Значит, по поводу путешествия. Я хочу сказать, что это была сложная вообще вещь. Я не попал вот в свой выезд вместе с командой. То есть я доехал до границы с Киргизией, у меня были проблемы с документами. То есть мне нужно было стартовать и догонять свою команду уже в Киргизии чуть позже. Через 2 дня я выехал потом и нашел, ну как бы я знал, в какой они будут точке. Но я по горам Киргизии ехал, короче, на такси, да, в те края, куда они уже забрались. Они еще съездили на самый большой в Средней Азии водопад Атбаши,
Шар называется. И вот этот кадр я снял именно утром, когда я ехал через вот этот перевал к своей команде, и все такое еще было неясно, смогу я с ними встретиться, нет вообще, как все прошло, там, ну, в общем, было немножко грустно. Вот это Даурен, это участник нашей команды, они меня подобрали, я уже не помню, в каком-то поселке, в общем, очень далеко в Киргизии. Да, спасибо, Константин. Хорошего дня. Значит, и дальше уже вместе с командой начали путешествовать. Это вот как раз тот самый великолепный, это ущелье, которое называется Шар, то есть где находится вот этот великолепный перевал. И вот это вот рядом с ним такой поселок. И тут открываются вот эти великолепные виды. Вот это вот известное, очень красивое место, где идет слияние двух рек, самое такое популярное. Если не ошибаюсь, эта река называется Атбаши, да? Вот, и я немножко в таком уже новом ярком цвете немножко переделал это, и оно немножко по-другому все это выглядит, то есть совсем по-новому, короче говоря, к этим фотографиям подошел, и они теперь выглядят так немножко более современно, чем я 3 года назад обрабатывал всю эту историю. Это вот местные со своими замечательными щенятами. И вот мы уже поднимаемся на плато Кокия, и вот оно открывается, это великолепный пейзаж, как раз вот эти вот скалы Кокия, они просто-просто очень-очень крутые. Я думаю, что вот один из этих пейзажей, может быть, даже вот этот вот с красным вот этим вот лужей, мы его, наверное, сегодня и будем обрабатывать. Посмотрим, какой он был в оригинале. Это, в принципе, непростая ситуация. Солнце уже село, уже, как вы видите, да? То есть, и фактически уже нету такого прямого света, поэтому пришлось этот пейзаж как-то так вытягивать. Вот. Ну, не то, что солнце не то, чтобы село, но оно уже такое совсем низкое, и свет, конечно, очень такой странный, да, то есть пришлось эти кадры сильно вытягивать. Это вот наш лагерь, нашей команды. Туда мне брали автодом большой, вот этот вот машину Mercedes, поскольку очень сложно вот этот перевал, подъем на озеро Кельсу, поэтому ехали только на джипах. Вот, здесь вот спереди как раз всякие мои шмотки. Я всегда в путешествиях сплю под открытым небом, на раскладушке. Это прям очень-очень вдохновляет. Вот. Мы, значит, вот еще не поднимаясь на озеро Кельсу, немножко позависали целый день вот непосредственно на плато, этом, который называется Кокия. И там как раз проходили вот эти вот игры. Я извиняюсь, я сейчас не вспомню, как это называется, когда они вот барана таскают, да, то есть от ворот к воротам, да, на лошадях. Это просто мегаская тема. Мы очень круто поработали, поснимали. Один из кадров, который здесь сейчас мы не видим, я не стал специально доставать старые кадры. То есть сейчас у нас премьера кадров. То есть это фотографии, которые вообще никто никогда раньше не видел. То есть они еще не публиковались, да. И эти кадры, получается, вот, ну, в общем, вот мы видим только выбранную подборку, которая не прошла первичный отбор, да. Вот, это участники команды как раз, видеографы Дина и Владик, видеографы команды фотосафари KZ. Немножко другой вариант этой фотографии, я ее, ну, как сказать, одна из таких фотографий, это одна из самых популярных фотографий у меня. Я очень ее люблю, но вот немножко по-другому ее обработал. Еще один ее вариант, да, очень прикольный такой. И вот мы поехали уже на Кельсу, вот это вот великолепное высокогорное озеро. Вот туда действительно непросто добраться, там прям из-за того, что с гор стекает вода, постоянно вот это вот болотистое состояние вот этой почвы, и можно легко посадить машину, но мы это, в общем, там и так и происходило. Но мы быстро с этим справились и, в общем-то, особо не задерживались в этих местах. Из-за того, что еще, как сказать, было бы не так это проблематично, но нужно ехать как бы вверх через вот это вот место очень сложное. И именно из-за этого часто машины просто это место не проходят. У нас с собой были байдарки, и мы вот, добравшись до вот этого великолепного озера, которое называется Кокия, уже там начали кататься. Это вот ночные съемки. Вот, я встретил своих замечательных друзей, Людмилу, Дениса,
То есть они были тоже там, как оказалось, да, у матинцев встретили наверху мои хорошие друзья, часто меня зовут на всякие съемки. Вот, это вот я в байдарке, так вот немножко там попозировал, да, еще ручные съемки. И уже обратно через перевал Тасор мы уже начали спускаться к озеру Иссык-Куль. Там у нас возникла проблема с одной машиной, пока ее чинили. Или меняли колесо, я уже не помню, да. Мы немножко пофотались вместе с местными, да. Вот, и это уже место почти рядом с нашим очередным местом стоянки. И потом уже утром мы продолжили путь к озеру Иссык-Куль, да. Вот, еще как раз проходим самую верхнюю точку этого перевала Тасор. И здесь вот видно, что высота над уровнем моря 3900 метров. То есть перевал достаточно таки высокий. Ну, не самый такой, но на машинах, конечно, так там не просто как бы пробираться. Вот, это уже спуск непосредственно к озеру, к Иссык-Кулю. И у меня тоже есть вот эта хорошая фотка, где все-таки они друг другу машут, то есть когда едут на встречных маршрутах. Ну вот и это дубль этой фотографии. Вечерние съемки были просто суперические, то есть был великолепный закат. И у меня есть пара фото, которые прям реально вот вошли в, ну, в мое портфолио и там остались. Но вот, вот эти вот пару фоток я раньше не разбирал. И еще пара фотографий, которые мне сразу тогда не дали опубликовать, потому что, ну, они немножко странные такие, да, я думаю, что вы понимаете, что они такие немножко странные, но сейчас я уже могу это делать. От озера, от нашей стоянки на озере мы еще съездили в соседнее ущелье. И еще раз на следующий вечер еще немножко поснимали, потому что была великолепная погода, очень крутые облака. И еще вот эти вот, как их зовут-то, спортсмены, да, тренировались, было просто-просто супер. Вот такая вот история, вот эти кадры, сегодня состоялась их премьера. Может быть, парочку я закину в свое основное портфолио, пока еще не решил, какие. Если вот вам как бы какие-то приглянулись, можете написать, я их обязательно добавлю в свое постоянное портфолио. Вот у вас сейчас они все перед глазами. И давайте, наверное, сейчас попробуем поработать с одной из таких, из этих фотографий. Ее будем, ну, обрабатывать, смотреть, как это лучше сделать, чтобы добиться такого, такой красоты. Обработка пейзажей в программе Lightroom. Мы недавно обрабатывали пейзажи, но вот сейчас появилась новая возможность, и у нас немножко измененный Lightroom, то есть немного другая версия. Это версия 10.0, вот, так что, может быть, какие-то нюансы и моменты мы сможем увидеть. У меня достаточно таки крупный интерфейс, видите, что все настройки здесь видны. Здесь загружен, получается, RAW файл. И я не буду показывать, как загружать в Lightroom. Это достаточно долгая и грустная история. Вот, предположим, что вы умеете загружать. И отталкиваясь от точки, когда уже все загрузилось, и вы перешли в раздел Develop, вот с этого момента я как раз начну всю вот эту нашу историю. Так, а я, кстати, время не зафиксировал. Время-то у нас 13.30, 20... А, нет, зафиксировал, все хорошо. Так вот. Находясь уже непосредственно в модуле Develop, я, кстати, видите, потихонечку настраиваю свой Lightroom, потому что он абсолютно новый, и здесь ни одного ни пресета нету, никаких настроек, и какие-то нюансы будут у нас по ходу происходить. Я его настраиваю, чтобы мне было удобно и дальше работать. В частности, вот, допустим, вот эти выпадающие меню я перевожу в их в режим мануал, чтобы я сам контролировал, открываются или не открываются. Гистограмма мне сейчас в первое время не будет нужна, поэтому я сверну. Кстати, я сверну все элементы, чтобы вот вы видели, что мы по ним по всем пройдемся, и мы со всеми с этими закладками порешаем. То есть в каждую из них мы зайдем и что-то там сделаем. Ну, практически во все.
Значит, что нужно сделать всегда, когда открыта фотография, и что нужно делать в первую очередь? Я специально показываю тот порядок обработки, который позволит вам за минимальное количество времени, без ошибок, добиться лучшего результата и, скажем так, себя обезопасить от каких-либо переделок, да, потому что это очень часто бывает ситуация, что делаешь-делаешь, потом приходится что-то заново делать, да. Значит, здесь у нас, и поэтому хочу сказать, что вот именно тот порядок обработки, который сейчас я вам предлагаю, он самый-самый как бы правильный, самый крутой. И в первую очередь нам нужно, конечно, определиться с балансом белого. Здесь сейчас выбран баланс белого как это снято. Можно взять пипеточку и покликать по тем объектам, которые предполагается, что они в жизни серые либо черные. Вот. И мы получаем несколько других вариантов. Но когда у нас нету прям конкретно серых вещей, таких как асфальт или как, ну, не знаю, там может быть кузов черного автомобиля. Но на самом деле пипеткой вот на пейзажах, как правило, нет смысла пользоваться. Поэтому лучше отталкиваться либо от того, как снято, либо от авто и уже ручками немножко накручивать. Как накручивать, чтобы попасть в нужный цвет? Для этого вам необходимо просто выбирать хороший референс и рядом с вашей фотографией просто помещать изображение какого-то крутого пейзажа, снятого примерно таких же условиях, то, что касается цвета, освещения, ну, то есть и по нему уже выравнивать. Ну, а я, в принципе, сделаю следующее. Вот смотрите, здесь, так как у нас есть верх и низ фотографии, и они практически вот посередине делятся вот этой вот грядой гор, то мы, наверное, для верха фотографии будем использовать один баланс белого, а для низа другой. И здесь это, в принципе, достаточно хорошо пройдет. Кстати, вот, наверное, давайте вот баланс белого выберем сразу для хорошего красивого неба, вот какой-то такой, да, и сразу же дадим градиентный фильтр тут же для низа. То есть я беру из точки вот отсюда снизу туда вверх, таким образом делаю градиентный фильтр. Вы видели, да, где я его взял. И для этой части фотографии я уже делаю непосредственно баланс белого, увожу в теплую сторону. Видите, у меня все перекрывается красным цветом. Это из-за того, что я включена вот эта вот галочка Show Selected Mask Overlay. Если вот это меню у вас каким-то образом спряталось, буковка Т на клавиатуре Тимофея, английская, да, она вам вернет. Обращайте внимание, пожалуйста, на раскладку клавиатуры. Она всегда должна быть английской, независимо от того, какой у вас там русскоязычный либо англоязычный стоит этот Lightroom. Так вот, для низа фотографии получается лучше использовать какой-то вот такой теплый баланс. Обращаю внимание, что тинт я не изменяю не в начале обработки, он у меня здесь минус 2, ну практически 0, да, ни вот для нижней части фотографии. Все, балансы белого восстановлены в фотографии. Теперь следующий момент, который, в принципе, можно было бы сделать и первым, но из-за того, что я знал, что мы будем менять сильно баланс белого, я решил все-таки повременить. Это выбор все-таки самого профиля камеры. Растеризации этого RAW-файла. Мы выбираем здесь Adobe Landscape. Я вообще пользуюсь в основном двумя профилями: Adobe Portrait для портретов и Adobe Landscape для пейзажей. Вот другие все профили иногда может срабатывать. Adobe Color, когда у меня, допустим, человек на природе, еще что-то такое, то есть когда не поймешь, то ли портрет, то ли пейзаж, иногда пользуюсь этим профилем. Ну, а гигантские возможности этих профилей, они на самом деле остаются мною нетронутыми, потому что они сильно большие изменения вносят в фотографию, и мне не очень удобно, скажем так, с этими профилями дальше двигаться. Итак, мы выбрали Adobe Landscape. У нас выбран правильный баланс белого. Вот. И если бы у нас был портрет, мы бы могли еще зайти и поиграться немножко бегунками из вот этой камеры Calibration, самого последнего пункта. Это следующий шаг при обработке фотографии.
Но так как здесь у нас чисто пейзаж без людей, то в принципе нам вот этот камера calibration он не понадобится. Теперь получается следующий элемент — это работа с бейсиком, с контрастом. И вот эти первые две закладки, они самые главные, и следующие четыре, они как бы доуточняющие, будем так говорить. Я пользуюсь всегда кнопкой авто для того, чтобы посмотреть, насколько хорошо срабатывает автоматический способ подбора в расположении этих бегунков. И всегда смотрю с помощью вот этого элемента History или просто нажатие кнопки Ctrl-Z вот этой вот ситуации. То есть до применения этих настроек и после. Да, до и после. Таким образом вижу, что же произошло. Не произошло ли каких-то сильных потерь. Просто для пейзажа, как правило, это срабатывает достаточно хорошо. Вот с портретами бывают проблемы. И мы, вот когда сейчас будем редактировать уже портрет, мы увидим, что там будут некие косячки и будет не так это круто. Значит, чем еще хорош вот этот вот кнопка авто? Она хороша тем, что он действительно пытается проявить все детали в изображении. Она расставляет эти бегунки таким образом, чтобы их сочетание было оптимально, чтобы все детальки и в тенях, и в цветах они отобразились наилучшим образом. И при этом располагает вот эти вот бегунки Blacks and Whites таким образом, чтобы сама по себе гистограмма расположилась абсолютно идеальным образом внутри, получается, всего яркостного пространства. Просто если мы ручками будем крутить black и white, вот эти вот два бегунка, может возникнуть такая ситуация, что у нас часть фотографии просто, ну как бы на части фотографии появятся абсолютно темные участки, то есть так называемые пропажи в тенях, или очень светлые участки, так называемые пересветы. И сейчас здесь этого, как сказать, нету, потому что вот авто как раз делает все самым лучшим образом. Ну, все, в принципе, левая панелька нам здесь сейчас не нужна. Давайте немножко поиграемся, может быть, с хайлайтсами, посмотрим, насколько они хорошо или плохо могут быть проявлены. Немножко поиграемся с шедоусами. Хайлайтсы и шедоусы, как правило, после авто я немножко еще дополнительно опускаю. То есть мне не нужны слишком скажем так, слишком пересвеченные тени, поэтому я немножко их собираю, чтобы все-таки на фотографии был определенный объем. А хайлайтс я всегда вниз убираю, потому что всегда с их опускание вниз позволяет нам проявить дополнительные детали в облаках, которых часто как раз теряются из-за того, что там очень много светлых областей. Ну, все, наверное, вот так. Давайте добавим немножко текстуры в эту фотографию, чуть-чуть clarity. Dehaze, можно было бы с ним работать, но я вообще к дневным фотографиям Dehaze фактически никогда не применяю. То есть только когда прямо эта фотография очень сильно снято как бы в полдень, то есть очень сильно солнце высоко, и такой идет как бы пересвет по фотографии, как раз когда все в такой светлой дымке находится. Вот тогда Dehaze очень хорошо отрабатывает. Vibrance попробуем чуть приподнять, Saturation чуть-чуть назад. В принципе, все. Теперь смотрите, очень интересный момент. Мы сегодня, кстати, этим не занимались, а созданием пресета. И видите, у меня сейчас с чистого листа, то есть у меня абсолютно ровная линия, то есть здесь нету никаких точек поднятых с точек темного и опущенных точек белого. Давайте это сделаем. Это часто бывает полезно. Вот я перехожу в тональную кривую. Давайте закроем, кстати, модуль Basic, потому что он нам не понадобится. А гистограмму оставим. Пусть она как бы. Хотя нет, она нам не особо нужна будет. Вот, просто поработаем вот с тональной кривой. Так вот, смотрите, когда открываете тональную кривую, у вас включается режим вот этого аджаста. Мы в него вернемся и немножко еще порегулируем, поиграемся с этими бегунками.
Но прежде, перед этим как раз заходите вот в Point Curve, да, и поднимите немножко на несколько пунктов точку черного. И здесь видите, прям циферками можно теперь вводить. Видите, это появилась офигенская новая тема, ее раньше не было. Вот 3 единицы здесь. А здесь опустим на 3 единицы, так как у нас верхняя точка у нас 255, то, соответственно, 255 минус 3, 252, да? Вот, короче говоря, новая фишка, которую я только что открыл в Lightroom. Вот я очень долго ругался, то, что нельзя руками было вот этими цифрами управлять. Сейчас это появилась возможность, да? Может быть, это, кстати, связано не даже не с Lightroom, а с переходом именно в Windows 10. Может быть, в семерке они не работали, но сейчас вроде как все хорошо. Так, все, больше ничего не делаем вот в этом Point Curve. Возвращаемся в Adjust. И вот здесь, кстати, можно еще дополнительно попроявлять немножко цвета, как бы детали в цветах, детали в тенях, либо наоборот чуть-чуть затемнить, то есть поискать какие-то вот уникальные сочетания для вот этих вот моментов, да. И вот потом можно проверить, не сделали ли вы свое изображение хуже, да, то есть вот таким вот бегунком. Вот этот вот включатель-выключатель, он присутствует на каждой закладке, кроме Basic. Но с Basic я, помните, показал вам, что мы посмотрели до-после, зайдя в историю, да. Мы, кстати, вернемся сегодня еще к этому пункту. Мы еще поговорим немножко про Lightroom и вот про включение-выключение вот этих вот разделов, и в частности Basic. Вроде бы как полагается сверху вниз двигаться, но мы HSL пока и Color Grading пропускаем. Мы зайдем в Detail. Здесь, значит, смотрите, числа, которые у меня стоят по умолчанию для камер в камере Fuji 41-25. Это все правильно, но вот маскирование я бы все-таки поднял. И через кнопочку Alt я могу, двигая этот бегунок, обращать внимание, к каким объектам вот это вот повышение четкости, а мы сейчас говорим про Detail, про Sharpening, да, оно будет иметь отношение. Также, конечно, стоит на любой фотографии немножко прибирать шумы, даже если оно снято на низком ISO. Вот тут вот ISO 250 использовано, да. Видите, когда я гистограмму открываю, я вижу всю информацию про параметры съемки. Но все равно, ну, может быть, не 25, может быть, 15, допустим, да. Очень большой, высокий показатель в разделе Luminance Noise Reduction будет мылить фотографию, поэтому лучше им не пользоваться. Lens Correction здесь пока не включен. Кстати, на Fuji это снято или на чем? Ctrl-I. Нет, это всяк снято на Canon, представляете? Еще на мой обычный Canon объектив 24-70, если не ошибаюсь. Так, фокус, этот фокусное расстояние, какое здесь у нас объектива? 30 миллиметров, да? Тогда повышение четкости должно быть не 40, а 100, да? Для вот старых камер, типа как в Canon Mark 2 5D, здесь должны быть такие показатели. Ну и тогда Lens Correction нужно включать. Вот здесь Enable Profile Correction, Amount Distortion 0, выбран профиль камеры, то есть все-все-все это есть, удаление хроматических операций включено, то есть вот эти все элементы, они должны быть активированы. Теперь трансформ пропускаем. Эффектах. В эффектах мы немножко можем добавить зерна, то есть буквально десяточку. Это для того, чтобы вся фотография была такой чуть-чуть пленочной, то есть небольшое маленькое зерно. Вот. Два других параметра в этом разделе 25-50, они по умолчанию какие есть, такие оставляем. Виньетка иногда украшает фотографии, когда это не пейзаж, когда мы все-таки некий акцент хотим сделать и красивую как бы изображение, но в пейзажах виньетки они на самом деле не нужны. Ну вот видите, мы вот таким образом дошли до самого низа списка вот этих вот разделов, которые мы по которым мы
накручивали фотографию. Помните, мы пропустили с вами HSL, и сейчас вернемся к нему. То есть получается, у нас нейтрон, то есть к HSL нужно возвращаться уже после вот этих вот всех, которые я по списку прошел. То есть это как бы финальная уже обработка фотографий. Хотя, может быть, какие-то элементы или какие-то детали мои пейзажи еще чуть-чуть докрутим отдельно с помощью, может быть, adjustment brush или радиального фильтра, не знаю, потом решим. Это чуть позже, да? Так, вот. Но с HSL прямо сейчас давайте разберемся. Значит, HSL состоит из трех разделов: Hue, Saturation, Luminance. И давайте с каждым из них немножко поиграемся. В частности, по оттенку, да? Вот оттенок неба. Некоторые любят оттенок неба ближе, скажем, к казахстанскому флагу. Некоторые ближе к фиолетовому, да? Ну, давайте все-таки чуть-чуть вот в сторону казахстанского флага. Чуть-чуть сменим этот. Вот минус 4, видите, здесь получилось. То есть, как я изменяю цвет, я беру пипетку, вот кликая на вот этот элемент, кликаю на непосредственно само изображение, на тот, как сказать, элемент того цвета, который хочу менять, и ввожу вправо или влево. И вы помните, может быть, как что на финальной версии фотографии я вот этот вот грязь сделал чуть-чуть такой более красный, однотонный, да, это как раз сейчас здесь тоже повторилось. И то же самое еще этой же пипеткой мы кликнем на траву, на зеленую, и уведем ее наоборот в сторону такого малахита, то есть чуть-чуть сделаем ее более холодной. Ну вот, наверное, здесь все. В целом, все фотографии, мне кажется, сейчас достаточно такая темная. Давайте, может быть, чуть-чуть экспозицию приподнимем. Потому что она кажется, что-то прям такая, прям погрузилась во мрак как-то, да? Вот. И возвращаясь в HSL, теперь поговорим про насыщенность. Ну вот, насыщенность травы всегда и зеленого всего лучше чуть-чуть подсобрать. Насыщенность неба может быть чуть-чуть добавить, но это очень опасно, потому что горы тоже становятся очень яркими и цветными, такими как бы их вот это вот синева, особенно снега, да, который по идее должен быть белым и вообще просто не синим, да, вот это, с этим очень опасно. Вот то, что касается цвета травы, да, по сатюрейшн, по насыщенности. Ой, не травы, а земли, вот этой грязи, да. Но здесь можно поиграть, вот как раз здесь вот именно вот этот тонкий момент, насколько каждый элемент должен быть насыщен, это нужно решать, смотря на референс, смотря на изображение, которое является для вас образцом. Вот, и последний момент, это люминанс. То есть можно попробовать сделать небо чуть-чуть темнее с помощью этого бегунка. Так, какой у меня момент? Наверное, горы, может быть, вот эти вот желтые, чуть светлее, а грязь опять чуть темнее. Вот как-то так. Видите, какая раздвижка у меня получилась. Ну и давайте посмотрим в целом, как теперь HSL отработал на этом изображении. Да, вот. В принципе, оно стало таким более смачным. Это до, вот после, да. То есть такое прям интересное. Все с этим, с HSL. И, наверное, все с этим пейзажем, потому что я больше не... А, наверное, вот нужно сделать некий акцент все-таки на горах. Это самая главная здесь часть. Давайте это сделаем с помощью Adjustment Brush, да. То есть возьмем его, возьмем... Отключим автомаск, чтобы он не был включен. И прям по горам, по там, где они есть, да, прям вот сверху по ним вот так вот проведем, да? У меня включен там какой-то инструмент повышения экспозиции на единицу. Поэтому я вижу, где я рисую. Гипотетически я мог включить Show Selected Mask Overlay. Тоже таким образом видеть это. Вот. Но естественно, что мне такое высветление не нужно. Поэтому я возвращаю на 0 параметр в экспозиции. И для проявления гор я чуть-чуть повышу текстуру. Может быть немножко clarity. Может быть даже немножко контраст. Может быть, немножко экспозицию, потому что горы оказались немножко такими темными, да, на этой фотографии. Давайте посмотрим, что нам даст снижение highlights. Нормально, в принципе. Ну вот, наверное, вот так вот, да. В
В принципе, все. Вот посмотрите, какое такое небольшое изменение по горам мы добавили вот с помощью Adjustment Brush. Знаете, что еще я хочу сделать? Это важный момент. Это часто бывает у пейзажных фотографов. Это пыль на матрице. Здесь она тоже присутствует. Вот видите, вот эти вот точки, да? Вот. Почему они это часто присутствуют у пейзажных фотографов? То, что они прикрывают диафрагму, и как раз при закрытой диафрагме это все видно. У всяких свадебных фотографов или у портретистов очень часто диафрагма открытая, и пыль на матрице практически не видна на снимках. Значит, я выбрал инструмент, так называемый Spot Removal. Не открывай сразу же вот это вот менюшка. Я с помощью квадратных скобок выбираю размер квадратных скобок на клавиатуре, выбираю размер вот этого своего инструмента. Можно, конечно, и здесь его подвигать, и просто кликаю. И сам Lightroom мне уже предлагает место, откуда будет браться образец чистого неба, ну или чистого для другой фотографии, чистого фона или чистого элемента. Вот, то есть таким образом Lightroom сам подбирает вам, а вы можете потом все-таки сказать: нет, я не хочу, чтобы ты отсюда брал этот элемент, а с другой стороны. И для все-таки изменения, точнее для затирания вот пыли используется элемент, как сказать, инструмент Hue. Клон используется немножко в других случаях. Как-нибудь, может быть, мы с вами разберемся тоже с этим. Ну все. Да. Так, сейчас я хочу еще, знаете, что глянуть? Я хочу глянуть в целом всю фотографию, как она сейчас выглядит. Для этого вот включаю левое меню, нажимаю кнопочку Fit. И, наверное, все-таки ее сделаю чуть-чуть более темной, потому что она какая-то прям такая, как фантик, да, горит вся. Чуть-чуть более темной. Может быть, даже чуть-чуть больше контраста на ней. Вот как-то так вот, да. Ну, нет, что-то сильно перетемнил. Я просто смотрю на экран трансляции. Хотя тут у меня рядом лампа светлая, мне сложно там ориентироваться по нему. Ну вот, давайте посмотрим, что мы получили. То есть у нас есть теперь три варианта изображения. То, как я фотографию эту обрабатывал, ну, какими-то вот, в каком-то быстром режиме. Исходный вариант фотографии и фотография, которую мы вместе с вами сейчас получили. У нас такая она смачная, темная. Да, вот если их всех фотографий вывести вместе на экран, это будет выглядеть вот так. Ну, а если сравнить, я вот сейчас, вот как бы всегда стоит сравнивать фотографию до-после, потому что можно увидеть некие косячки, да. Что для этих гор, кроме того, что мы их так усилили, все-таки снижение их насыщенности, так они очень далеко находятся, это будет очень полезно. То есть мы берем и saturation, вот именно для этой маски я зашел в нее, кликнул на эту вот точку, чуть-чуть давайте снизим, иначе у нас фотография выглядит чрезмерно, ну, чрезмерно такой цветной. Вот. Я вижу, что в связи с этим у меня, видите, небо тоже обесцветилось, и это прям некрасиво. Поэтому мне нужно подредактировать эту маску. Я беру раздел Erase, беру Automask и прям вот по краешку, по вот этому, прям вот здесь прохожусь таким образом, отменяя или вот использование этого инструмента на небе, да. Вот теперь, наверное, уже можно сравнивать все три эти фотографии. Кнопочка N Николай на клавиатуре дает нам вот три варианта этой фотографии. Ну, между нами говоря, вот этот вот средний вариант, такая необработанная фотография, тоже имеет право на существование. Такая она тоже достаточно оригинальная, да? А какая вам больше всего нравится? Я сейчас посравниваю еще два варианта, ну по два. То есть у нас получается, будем так говорить, обработка до вебинара и исходник. И обработка на вебинаре. Исходник и обработка на вебинаре. Вот мне тоже интересно ваше мнение. Пожалуйста, либо в комментариях, либо прямо сейчас в чате, кто в онлайне смотрит, можете написать. Ну вот, в принципе, у меня не было задачи прям сегодня этот пейзаж сделать таким
прям красивым-красивым. Мне тут из-за того, что идет трансляция, свет в глаза немножко идет от лампы, чтобы вы меня хорошо видели. И мне, конечно, не так видно все вот эти вот оттенки, тем более работаю не совсем на стандартном своем компьютере, ой, мониторе, который у меня находится прямо передо мной, а я работаю сейчас вот это как бы дополнительно. Может быть, не все получилось идеально, хотя сам по себе пейзаж финальный, в общем-то, мне, конечно, нравится. Так, это не он. Вот это вот вариант, да? Давайте еще раз я финально вам его покажу, что же у нас в результате получилось. Вот такое, такая вот красота. Окей, все. Обработка в Lightroom портретов, снятых с видеосветом в студии. У нас будет финально какая-то вот такая фотография красивая, интересная, да, с девчонками. Ничего, здесь это не было специальной съемкой, и поэтому можно посмотреть, что тут у одной девочки как бы света чуть больше на лице, чем у остальных. Ну вот они попросили, у нас была студия совсем для другого предназначена, я надеюсь, сегодня мы еще об этом поговорим, обо всем. Ну вот все-таки как такую фотку простую сделать быстро, красиво, да, это, в общем-то, все, ну, нужно знать, и мы сейчас этим как раз и займемся. Вот у нас с вами есть RAW файл, и я его вытягиваю на Lightroom открытый и в разделе Library туда перетягиваю. Вот этот файл таким образом выбираю. Смотрите, у нас здесь нету никаких профилей, то есть у меня обычно при загрузке я выбираю так называемый авто Илья. Он у меня, кстати, где-то сохраненный есть, мы можем его восстановить. Вот. Но, может быть, и попытаемся сегодня сделать его самостоятельно. Нет, не будем его сегодня делать самостоятельно. А как им пользоваться, у меня есть отдельная часть видео. Сейчас давайте просто с чистого листа, как будто бы вы этим профилем не владеете, и вы просто открываете фотографию, как она есть. Итак, Develop Settings None, метод данная None, выбирается только одна фотография, нажимаем Import, да? И здесь просто идет Add, так как эта фотография находится уже непосредственно на компьютере. Если бы она была на флешке, то был бы вариант не Add, а копии или там, как сказать, ну какой-то другой вариант. Фотография загружена, мы сразу переходим в раздел Develop и будем дальше уже ее здесь накручивать, да? Вот. И также, так как к ней не применилось никаких настроек, мы с чистого листа будем ее вытягивать. То есть вот она как она есть, а вот как она будет обработанная, да? Вот, в принципе, два варианта. Давайте сейчас вот отталкиваться от того, что есть, да? Значит, напоминаю, что в принципе те разделы, по которым мы пройдемся, они примерно одинаковые, что для пейзажа, что для портрета. Но есть некоторые отличия. В частности, значит, для портрета критично все-таки установление баланса белого в самую первую очередь. Ну, то есть оно и для пейзажа, конечно, критично, но для портрета это прям супер как важно, да? То есть любая ошибка с балансом белого, она потом может в очень-очень-очень-очень серьезные проблемы возникнуть. Я знаю, что у ламп здесь, которые использованы, температура где-то 5500, поэтому то, что дается 5550 по умолчанию, да, я принимаю, но все-таки, ну, как бы на 500 переставлю. А то, что фотография стала такой сильно малиновая, точнее, да, вот в малиновую сторону ушла, я не принимаю и делаю это все-таки бегунок меньше. И вижу, что все-таки сильно зеленеет кожа. Поэтому, ну окей, пусть останется таким, каким образом выбрала пипетка. Пипеткой я замерил по фону, по циклораме, то есть по белой, абсолютно белой точке. Я бы мог пипеткой замерить по черным элементам, но вот видите, у одной девочки более холодной кофта, у другой более теплая, да, и в принципе тут тоже есть какие-то варианты по балансу белого, и можно было бы и их использовать, но я это не стал делать, а просто все-таки сделал баланс белого по циклораме и чуть-чуть, может быть, его поправил, да, то есть поставил 5500 и плюс 20. Так, значит, следующее, что нам нужно выбрать профиль камеры, это получается
И обращаю ваше внимание, что есть два раздела профиля камеры. То есть один профиль камеры, а второй я называю камера calibration. Это внизу, видите? Вот. То есть это два отдельных пункта по растеризации в RAW файловой. Кстати, это снята фотография в RAW, и оба из них очень сильно влияет на то, какой цвет, какая резкость, ну, скорее все-таки какой цвет на фотографии. Выбираем из профиля, как я уже рассказывал, либо landscape, там, где у нас пейзаж, либо Adobe портрет, там, где это все-таки у нас с людьми связано. Вот, после того, как выбран профиль, двигаемся дальше и раздел Basic. Кнопочка авто, вот как раз для так называемого портрета не всегда будет хорошо. Но можно посмотреть до, после. Вот до, после. Мы видим, что очень большое количество деталей в одежде проявилось, но они начинают сильно много забирать на себя. Нам все-таки важна здесь эмоция и все остальное. Shadows, давайте тогда все-таки чуть-чуть вниз опустим, чтобы не было вот этого перебора с деталями. И highlights тоже не так сильно будем опускать, потому что у нас фактически в коже проявилось очень большое количество всяких косячков и всего остального. То есть лица у нас здесь освещены хорошо, и проявление деталей в лицах нам здесь не очень сильно нужно. Значит, что еще? Экспозиция на месте, контраст чуть меньше, может быть, все-таки. Вот как-то так. Текстуры чуть-чуть добавим, чтобы появилась эта деталь в одежде, но совсем мало, чтобы не было лишних косячков, ну, как бы проявления косячков в коже. Мне не сильно нравится баланс белый, мне не нравится их не цвет кожи, они такие желтоватые, да? Поэтому давайте чуть-чуть в холодную сторону, чуть-чуть еще соберем. Вот, мне чуть более холодные портреты всегда нравятся больше. И все-таки вот это вот 33, которая нам изначально здесь давалась, она, ну, не совсем уместна. Ну, как бы на плюс 28 оставим в тинте. Вот, наверное, все, что касается бейсика. И двигаемся дальше. Тональная кривая. Напоминаю, заходим в так называемый point curve и поднимаем на, скажем, 5 единиц точку черного и опускаем на 5 единиц точку белого. Вот. И немножко погоняем вот эти вот два, вот эти бегунки highlights, lights, dark, shadows, да. Вот. И проверим сразу, насколько это хорошо или плохо получилось. Ну, в принципе, так фотка сделалась чуть-чуть посветлее. В принципе, пусть будет. Так, HSL в самом конце будем делать. Coral Grading пропускаем. Detail. Это уже снято на Fuji, поэтому 41-25 окей. А вот маску мы будем с помощью кнопочки Alt все-таки двигать. И этот бегунок выбирая, чтобы проявилось все. Ну, как бы, чтобы на лицах были темные области, то есть чтобы там четкость не повышалась, но все остальные линии, чтобы порисовались. Это здесь соответствует цифре 85. Noise Reduction 15. Вот, ISO, по-моему, здесь минимальный. 200... Нет, ISO высоко. Это же у нас снималось при видеосвете, поэтому высоковато ISO. Можно здесь и больше сделать, соответственно, Noise Reduction 20. Как я это определяю? В принципе, можно, конечно, увеличить фотографию, посмотреть здесь уже, как бы там, как это срабатывает, больше, меньше. Я рассказывал, что это, в общем-то, дилемма. Делаешь этот бегунок выше, шумов меньше, но теряется резкость. А в целом, в деталях, все такое. Делаешь меньше, эти шумы просто становятся заметны. Да? Такое зерно нездоровое, особенно в темных частях фотографии. Так, эффекты, напоминаю, десятка в грейне, это всегда хорошо. И все, в принципе, все, можно в HSL. В HSL зайти, и здесь, помните, мы с пейзажем как играли, то есть мы меняли немножко оттенки, мне в частности вот такой немножко циановый оттенок у синих вещей больше нравится, зеленые чуть более малахитовые по насыщенности, так как это платье очень сильно сейчас стало играть, я делаю его менее таким насыщенным.
по коже, цвет кожи иногда я делаю чуть не таким сильным. Хотя в целом его бы можно было бы чуть-чуть разогнать с помощью Вибранса. Мы эти два бегунка вообще сегодня почему-то не тронули. Ну хорошо, пусть будет. Так, и что еще? Ну, наверное, все. А, по яркости. То есть вот мы зашли в HSL. И по яркости тоже можем сделать какие-то вещи потемнее. В частности, допустим, вот это платье, чтобы оно не так светилось, опять же. Вот, а лички, например, наоборот, чуть-чуть более светлыми, да? Как-то вот так вот. Чуть-чуть. И посмотреть, не испортили ли ничего с помощью вот этого бегунка, да. Мне, в принципе, нравится и цвет оригинальный, вот этот немножко такой фиолетовый этого платья. Просто вот эта циановость такая, она как бы модно считается до сих пор. При этом, видите, у меня фон остается таким очень как бы ровным серым, без каких-либо косяков, ну как бы без изменения цвета. Теперь что еще можно сделать? Я вижу, что у нас стали слишком светлые лица, поэтому хайлайтсы мы чуть-чуть еще приспустим. И вместе с этим я бы хотел немножко по окружности лиц сделать светотень. То есть свет он есть на лицах, они прям светятся, а вот тени немножко не хватает. Поэтому беру Adjustment Brush, делаю экспозицию прям в минус очень сильно, чтобы было видно, где я буду рисовать. И уменьшив с помощью квадратной скобки кисточку, прям вот так вот по личикам чуть-чуть вот здесь вот прям пройдусь. Это будет очень-очень грубо. Ну, как бы я светотень прорисовываю очень деликатно вообще. То есть несколькими аккуратными нажатиями кисточки для каждого конкретного лица. Но сейчас такой возможности нет. Поэтому я просто здесь, ну, как сказать, не то, что возможность. Не хочу вас тормозить, чтобы вы долго смотрели это видео. Поэтому быстро нарисовал вот эти вот обручи и с помощью чуть-чуть уведения shadows и, может быть, экспозиции. Нет, экспозиции. Вот видите, вот эта грязь прямо на лице становится видна. Давайте посмотрим до-после. Вот так, до-после. Ну, в принципе, акцентик такой есть. Но он чрезмерен, да, то есть им нужно меньше немножко это делать. Вот, минус 0,5. Так, сейчас еще раз проверим. Светотеневой рисунок у нас таким образом прорисовывается. Но в тенях пропали детали. Поэтому там чуть больше sharpness и чуть больше текстуры. Чтобы там не сильно было, не сильно эти детали пропадали. Вот теперь можно посмотреть до, после. Вот. Все-таки темно. Особенно у этой девочки. Но у нее так просто лицо в эту сторону ушло. И давайте тогда сделаем еще один новый Adjustment Brush, чтобы наоборот нарисовать цвет. Особенно это вот у девочек, которые здесь с левой стороны, они в лампу не попали. Задние-то они так еще где-то. И мы делаем новую, абсолютно светлую. И вот, наверное, вот этих двух девочек чуть-чуть вот так вот подрисуем полностью, да? И на их лицах хайлайтсы приподнимем. И также вот эту вот щечку, она прям оказалась у меня в тени, да? Хайлайтсы и шедосы чуть-чуть. И вот получается, мы таким образом нарисовали с вами светотень. Как я уже сказал, это грубо. Нужно прям, как правильно делать? Нужно брать физер очень... Здесь максимальный flow и density нужно уменьшать на определенный процент. Все зависит от того, как работает ваш компьютер, ваша мышка или перо, чем вы пользуетесь. И мягкими движениями в эту светотень, в принципе, как бы рисовать. А я сделал так вот очень быстро для того, чтобы, ну, показать, что, в принципе, этот инструмент доступен в Lightroom и работает. Хотя, безусловно, все это я делаю в Photoshop, и нет смысла, конечно, в Lightroom это все проделать. Сейчас у меня появилась такая возможность, поскольку новая видеокарта и более-менее быстро все это прорабатывает. Давайте сделаем еще небольшой акцентик на глазах. Еще также с помощью дополнительного
прорисовывание. Просто возьмем по всем глазкам, сделаем такие черные пятнышки сначала. Это для того, чтобы я видел, что у нас работает, какая область. То есть у девчонок глаза это самое как бы важное. Ну, наверное, у мальчишек тоже. Вот, ставим на 0. Теперь мы понимаем, какая область у нас работает. И здесь просто чуть-чуть повысим контраст. И чуть-чуть повысим их светимость экспозиции. И чуть-чуть повысим текстуру. Но вы знаете, на такое изображение, когда оно такое маленькое, да, его этого даже в принципе и не видно. Но если вот приблизить, вот тогда можно увидеть, что у нас происходит. Да? Вот, хотя конкретно последний вот момент... Его можно вот именно с помощью вот бегунка вот так вот подвигать и увидеть, как это отрабатывает, да, как у нас проявляются вот эти моменты. Ну и в целом можно включить, выключить все вот эти вот корректирующие кисти. Видите, как личико у нас просто делается очень таким симпатичным. Да? Вот так вот мы рисуем светотень. Это я впервые делаю на вебинаре. Вот. Знаете, что еще меня немножко смущает? Вот мы все-таки с глазами пересветили. Вот этой девочке просто очень сильно светится лицо. Оно просто конкретно под светильником оказалось. Да? Поэтому для нее новый adjustment brush. В целом для ее лица. Вот в целом просто возьму ее лицо. Чуть-чуть сделаю более темненький. Потому что оно так как все... Друзья, вот здесь у нас перезагрузилась в очередной раз вся история эта наша. И мы продолжаем с вами обсуждение обработки вот этой фотографии. Я сказал, что у нас вот этот вот лицо оказалось слишком темным. И мне бы хотелось немножко его затемнить. Хайлайты просто подсобрать на нем. Может быть, даже чуть-чуть шедоусы. И вот теперь можно посмотреть, как сработали все вот эти вот adjustment браши у всех, на всех личиках. Да? В принципе, вот такая вот обработка. Вот, в принципе, и все. Можно заходить через файл экспорт, экспортировать готовую фотографию и уже, как сказать, уже пользоваться готовой обработкой. Давайте посмотрим на три варианта, да. То есть вот исходная фотография. Сейчас я открою с вами вам то, что было обработано в Lightroom. И в, получается, в Lightroom. И потом дополнительно в Photoshop докручено вот этот вариант. И здесь светотень рисовалась именно в Photoshop, да? И последний вариант, это то, что мы вместе с вами нарисовали, да, то есть вот такой вот вариант, да. Так, вот еще раз исходник, этот вариант фотошопный, и вот этот вариант, получается, накрученный чисто в Lightroom без каких-либо выходов Photoshop, да. Все, наверное, друзья, с обработкой портрета, двигаемся дальше. Но если бы были какие-то вопросы, понимаю, что сейчас очень сложно смотреть такую трансляцию, когда все падает. Но думаю, что если кто-то подключился, вы могли бы что-то спросить. Я мог бы по Photoshop, по Lightroom что-то еще прояснить. А мы не тормозим. У нас следующая тема. И у нас сейчас будет небольшая премьера. Я тут сделал ролик, кстати, монтировал его прямо сегодня. И прям вот с пылу с жару. То есть вы даже его нигде не видели. И он на моем канале выйдет как отдельный ролик. Буквально сегодня в 4 часа у меня, по-моему, запланирована трансляция. Да? А сейчас я просто зафиксирую время. И мы посмотрим. 8 минут он продолжается. Достаточно интересная тема. Время 14:36:55. Итак, премьера ролика «Как стать счастливым некурящим». Посмотрите, пожалуйста.
Меня зовут Илья Афанасьев, я фотограф. 74-го года рождения, значит, в этом году мне будет уже 47 лет, сейчас 46. Многие мои одноклассники курили, мне это вообще было неприятно, и я курить стал значительно позже, лет 25 где-то вот так вот. У меня был очень хороший образ для подражания, у меня дедушка курил и мой дядя курил. Я был в компании, то есть компания мне повлияла, то есть вот на даче шашлык, пиво, такой образ мужественного дяди. И постоянно с сигаретой, и в принципе я тоже как бы этим, ну, как бы втянулся. Я, кстати, очень хорошо помню, как-то я первый раз увидел отца с сигаретой, я вообще так поразился, он никогда не курил. Я подумал, вроде, что же он, вроде же не курит, что-то вдруг он за компанию решил. Ну, то есть для меня это шок был. В общем, так или иначе, я втянулся, я не помню, сколько я курил, по-моему, лет 5 я курил сигареты, и я почувствовал, что какие-то проблемы со здоровьем. Я прочитал книгу Алина Карр, называется «Легкий способ бросить курить», и я очень быстро отказался от сигарет. Но в очередной раз, когда я уволился из компании, подумал, что ну как-то вот стоит возобновить, что вроде это не так уж и плохо, я начал курить трубку. Ну это вроде как для имиджа, красиво. Но в какой-то момент, я помню очень хорошо этот момент, то есть я еду в автомобиле и забиваю трубку. Я чуть не врезался, короче говоря. То есть я понял, что это так мной овладело, что я не могу просто не курить. То есть я уже втянулся, и то есть это не понт, это не красота, что это действительно наркотик, на который я подсел. И читать по второму разу одну и ту же книгу как бы смысла не было, поэтому я нашел другую книгу Алина Карра, про которую мало кто знает, называется «Легкий способ...» А нет, «Как стать счастливым некурящим». Это очень крутая книжка, там каждый день рекомендуется читать всего лишь один разворот. И ты читаешь страницу раз в день, там где-то, по-моему, 100 или 150 страниц, ну немного, короче говоря. И можешь курить сколько хочешь. То есть это меня очень вдохновило. Я продолжал курить, и я читал эту книгу по одному развороту в день. Но когда я переснул последний разворот, я больше никогда в руки ни трубки, ни сигареты не брал. Я закончил курить чуть раньше, наверное, где-то, может быть, страниц за 20, когда я уже все понял. То есть на самом деле эта книга, она очень... такая вдохновляющая, но абсолютно не подходит тем людям, которые не хотят бросить курить. То есть я знаю очень многих своих друзей, которым советую, возьми, прочитай, она такая классная, она так тебе поможет освободиться. Но, блин, люди говорят, да я прочитал уже эту книгу, это вообще не работает. Ну, то есть, если вы действительно хотите бросить курить, вы можете это сделать очень легко. И многие мои знакомые, которые бросили курить через силу, я просто сейчас на них смотрю, и мне их реально жаль. Во снах мечтают о курении, вспоминают те прекрасные деньки, которые были в них сигаретами. Ну, то есть, на самом деле, эта книга, она ставит мозг на место, и ты можешь действительно наслаждаться жизнью абсолютно без табака. Ну, это в основном вопросы по здоровью. Да, то есть, я почувствовал, что... Я вообще так люблю баскетбол поиграть, люблю как бы поплавать, и я почувствовал, что я просто не тяну, то есть, у меня просто нет сил заниматься спортом так, как я хочу. Ну, конечно, это ощущение такой эйфории. Между нами говоря, вот это вот ощущение эйфории, которое чувствует человек, когда выкуривает сигарету, это ощущение свободы. То есть курение, оно как привязывает человека? То есть у тебя происходит каждые полчаса кислородное голодание. И когда ты выкуриваешь, это кислородное голодание проходит. Фактически, когда ты бросаешь курить, и когда твой организм восстанавливается физиологически, ты находишься в постоянном состоянии вот этой эйфории, вот этого свободы, вот этого чистого дыхания, будем так говорить. И я реально это почувствовал. Ну, то есть это реально так. То есть на самом деле курение ошибочно считает, что оно приносит какое-то вот состояние вот этого, ну, скажем так, наслаждения, кайфа, да. Мы на самом деле постоянно в нем находимся. Но сигареты, они перестраивают организм таким образом, что не получив очередную дозу никотина, ты не можешь вернуться вот в это состояние свободы. Это на самом деле так. И я, когда полностью отказался от табака, я почувствовал, что я действительно свободен, я могу посвятить свою жизнь тому, чему я хочу. Заниматься саморазвитием, смыслом жизни, фотографировать, ездить на природу. И это было очень круто на самом деле. Дело в том, что у курильщика из-за того, что вот эти полчаса, это как физиологические часы, поэтому 20 штук в пачке сигарет, то есть фактически на рабочий день тебе хватает 20 штук, чтобы как раз ровно вот это поделить весь день. Многие курильщики там как бы считают, что вот если поел, надо покурить. Если ты идешь, разговариваешь с человеком, то тебе надо покурить вместе с ним. И если ты собираешься покушать, то лучше покурить перед этим, чтобы тебе не захотелось. И то есть вот эти вот причины, которые как бы тебя побуждают курить, они на самом деле выдуманные. То есть на самом деле это чисто физиология. И когда я это осознал, когда я это понял, когда я об этом узнал, мне очень было легко освободиться от этого. А так я реально был постоянно подвязан.
То есть еду в транспорте, мне нужно курить, я думаю, как нам остановиться, где что-то сделать. Я занимаюсь спортом, баскетбольный матч, там еще что-то такое, мне нужно покурить. Еще что-то такое, каждые полчаса приступы этой болезни. Слава богу, сейчас свободен. Вот такой вот ролик интересный, я думаю, что кому-то, может быть, он будет полезен. Ну и это вот такой вот несколько эпизодов из моей жизни. Я благодарен команде Soul Production Video. Это команда, которая снимала сериал «Близкие люди». Вот они пригласили меня на съемку. Они сняли нескольких известных людей вот по теме как раз курения. И я послушал, что говорят эти люди. И мне показалось, что моя история тоже может быть кому-то интересная. Поэтому решил тоже сам себя там записать. Помогли немножко, вопросы позадавали. Как перекрасить или обесцветить некоторые объекты на монтаже? То есть монтаж видео подразумевается. Вот открыт сам по себе файл, который мы только что смотрели. Вот то, что мы видели, вот этот вот ролик про курение. Видно, ну, что он, в принципе, не такой уж и сложный, ну и не такой уж и простой. Здесь вот эти вот все титры, которые вылезают. Но я думаю, что вас будет интересовать другой момент. Да? Вас будет интересовать именно момент, связанный самим видео, да, то есть про то, что я хотел, обещал рассказать, про перекрашивание, да, то есть если посмотреть на исходную картинку, вот, она выглядит следующим образом, да, сейчас на место поставлю, она выглядит вот так вот, видите, то есть сам такая немножко с голубоватым оттенком сама по себе, ну и синие джинсы, да. То есть вот этот эффект как раз и наложен. Давайте с чистого листа я попробую просто это сделать. И хочу показать, поделиться с вами, как это такого можно добиться на монтаже. Итак, для того, чтобы вам перекрасить какой-то объект на монтаже, либо просто полностью его обесцветить, что в принципе там близко это все делаться будет, значит, вам необходимо сделать следующие вещи. Вам необходимо добавить на вот тот элемент. Мы сейчас с вами, кстати, находимся в программе Adobe Premiere. Adobe Premiere Pro. Так, где у них тут заставка-то? Сейчас еще раз. Window. Help. About Adobe Premiere. Вот она открывается у меня на окне, на другом окне, а вам она не отображается. Вот, это версия 14.0, 14.8, 14.8.0, build 39, да? Так вот, но эта вещь, которую буду показывать, она во многих, достаточно давно присутствует во всех версиях Premiere. Это один из старейших эффектов, который там задействован. Итак, вам нужно найти закладку эффекты. Если вот у вас окошки располагаются не в таком виде, я сразу советую вот просто переключитесь на закладку editing вот здесь наверху, да, и тогда сразу у вас окна лягут удобно под руку, да. И вот, значит, когда вы запустили вот этот editing, окна все разложились, вот здесь в левом нижнем углу найдите закладку, которая называется эффекты. То есть вот, нажав на вот эти вот знаки больше, две штуки вот с правой стороны, выпадающем меню выбираете эффекты. И в этих эффектах можете зайти в видеоэффекты. И здесь в Color Correction найдете Lumetri Color. Если не хотите так долго искать, то есть это в принципе вот такой длинный путь, да, можно в принципе вот здесь вот в поиске, да, просто набрать вот эти вот первые с несколько букв этого фильтра, да, Lumetri. Будьте просто готовы к тому, что высыпется куча вот этих вот плагинов, которые
предложит вам перекрасить видео в другой цвет, но опустившись непосредственно вниз, вы найдете вот именно этот эффектик. То есть, либо методом, как я сказал, по папочкам, либо по поиску и опустившись вниз результаты поиска, находите этот фильтр. Берете его и перетаскиваете его на свое... на свой кусочек, который вы собираетесь перекрашивать, да. Вот он, видите, у меня здесь есть, получается, старый, я ему просто удалю, чтобы он вам не мешал. А вот это вот, получается, новый, который только что добавлен. Его включаешь, выключаешь вот таким вот образом, ничего не меняется, то есть здесь ничего не происходит. Но вот и сейчас мы внесем изменения, и вы увидите, как это отрабатывается. Заходите в раздел HSL Secondary. Берите пипетку SetColor, вот это вот верхняя. Тут не видно все надписи, давайте, наверное, вот это меню побольше сделаю, чтобы было видно. Вот так вот, SetColor. Кликайте на тот объект, который вы хотите перекрашивать, либо обесцвечивать. Вот я кликаю на него. И уже после этого, можно его как раз пытаться обесцветить. Но давайте мы просто посмотрим саму маску. То есть, какие области взялись. Видите, взялась только область чуть-чуть штанов, да, очень мало. Но вот раздвигая вот эти вот параметры, то есть, увеличивая захват по яркости, по насыщенности и по оттенкам, вы можете достаточно сильно увеличить зону, как бы взятую вами. И видите, сейчас даже часть майки захватилась. Но то, что она станет менее синей, и это как бы я не против. Самое главное, что джинсы полностью, видите, теперь охвачены. И вот получается, все объекты, находящиеся вот в этой области, сейчас будут изменяться, и мы будем вносить в них изменения. Так вот, Show Mask я сейчас отключаю и начинаю уже работать непосредственно с самим цветом. Здесь можно многое что делать. Можно добавлять какой-то определенный цвет. Можно менять температуру в разную сторону. Можно менять тинт, да, этого объекта. Тут у меня не самое удачное, как сказать, выражение лица. Чуть сдвину бегунок. Вот как-то вот так вот, да, поставлю. Вот. Ну, практически, ну, очень много различных вариантов, да. То есть, изменения по цвету, получается, вы можете допускать вот именно передвигаясь по кругу, либо меняясь непосредственно температуру. Я сейчас два раза Ctrl-Z нажал и таким образом привел в нормальное состояние. Вот. А, как сказать, если речь идет все-таки об обесцвечивании, то тогда просто вот бегунок Saturation двигаете настолько вниз, насколько вам это удобно. Вот в частности, так вот я из своих синих джинсов сделал черный. Я вообще не планировал сниматься, и поэтому был в такой рабочей одежде. И естественно, что синие джинсы в таком видео, они не очень клево смотрятся, да. Вот, а сейчас вот вроде как все стало на свои места. Вот такая вот история. Так что, друзья, легко можете всегда вы использовать и менять таким образом цвета. Но поймите только, что если, допустим, вы выберете какой-то красный цвет, у вас вместе с красным цветом может захватиться кожа и может очень сильно она меняться, да? Вот, и то есть будьте к этому готовы. Будьте готовы к тому, чтобы вы может эта ситуация измениться. Я сейчас поправил баланс белого на камере, какой-то желтый конкретно сидел. Вот сейчас вот я немножко так это, подразукрасил себя. Вот. В общем, но если у вас объекты все какого-то одного оттенка, да, тогда вы можете добиваться очень хорошего результата. То есть вы всегда можете полностью объекты вот этого цвета перекрашивать. Ну, как я уже сказал, там красного желательно. Красный желательно не трогать, потому что они близки с цветом кожи и можете просто зацепить. А вот такие выделенные, прям отдельные, зеленые, там фиолетовые, можно даже какие-то попробовать, близкие к красному. Точно синие, сейчас мы это увидели, как это делается. С желтыми опять могут быть проблемы, потому что кожа может быть желтого цвета. Вот все, что касается холодных оттенков, перекрашивается или, как сказать, обесцвечивается очень... 55.
Windows 10 против Windows 7. Как вы все уже поняли, сегодня я работаю немножко в новом формате. У меня новая операционная система. Я работал на Windows 10 на ноутбуке, но вот на стационарном своем компьютере он стоит у меня впервые. И уже стоит 2 дня. И, в принципе, я доволен тем, как работает. И был доволен до сегодняшнего утра, пока у нас не начались эти падения, короче говоря, перезагрузки компьютера. Я пока не разобрался, с чем это может быть связано, так как железо я никакое не менял, все то же самое, и мы в прошлый вебинар с вами никаких таких проблем не было, и предыдущие 160, сколько у нас получается, 100, 100, 170 вебинаров, да, которые у нас прошли, они таких сложностей не было, поэтому буду искать все-таки в драйверах, программном обеспечении проблемы, я думаю, что там что-то не так. Но все равно какое-то сравнение с Windows 7, которым я очень долго работал, и тем, что сейчас я в чем я работаю, я пока провести не могу. Наверное, недельку я возьму паузу эту, и через неделю мы с вами это как бы пообсуждаем. Что я понял точно, так это то, что вот как я люблю серым делать фон своих меню, в частности в Word, в Excel, чтобы они не выжигали глаза, вот эти белые, да, пространства. Я таким же простым способом, как это делается в этом замечательном нашем Windows 7, я не могу. То есть там можно включить режим контрастности, но там вылезает куча других всяких проблем. То есть вот есть некие косячки, я понимаю, что не все хорошо. Плюс, конечно, то, что как сегодня работает компьютер, это просто очень печально. Но разберемся, постараемся все так по максимуму там подключать. Научусь это все делать и вам доложусь. Ну и расскажу, конечно, какие новые фишки и новые вещи мне Windows 10 все-таки помогает делать и в чем он конкретно лучше, чем Windows 7. Я напоминаю, что в основном на причиной моего перехода является то, что практически полностью все программное обеспечение перестало уже поддерживаться на Windows 7, и все новые Lightroom, Photoshop и Adobe Premiere, они все уже требуют Windows 10. И вообще, ну, как бы уже подошло время все-таки операционную систему немножко обновить. Там были кое-какие вопросы у меня по тому, как работает операционка, да. Ну, то есть пора было уже ее вычищать. Вот сейчас этот переход произошел. Насколько хорош он с семерки на десятку. Может быть, вообще на семерку обратно вернусь и буду работать на старом программном обеспечении. Ну, нет, наверное, это не произойдет. Но, в общем, короче говоря, через неделю ждите этого отчета. Такс, ну все, наверное. С этим у нас осталось еще несколько таких простых тем. Потом еще посмотрим с вами эти замечательные наши фотоинспирейшены. И еще у нас будет сегодня пара журналов Vogue. Но есть еще пара тем, которые мне нужно записать, потому что я обещал там кое-кому помочь с тем, чтобы, ну, короче говоря, нужна некая консультация, такой мини-урок по вырезанию видео. И сегодня я к этому разговору готов. Я хочу записать это в рамках нашего вебинара. Программа, сейчас быстренько ее найду. По-моему, она у меня есть здесь перед глазами. Да, все хорошо. Сейчас запустим. Сегодня почему много вот этих вот компьютерных тем? Потому что новая операционка стоит, и многие вещи пришлось заново как бы устанавливать. Вся эта информация живая, новая, ну, как бы свежая, да? И чтобы ее не потерять и быстро поделиться так более-менее эмоционально, и я поэтому стараюсь сегодня как раз это все сделать. Но тем, кто, как сказать, кому ближе наши творческие разговоры, нежели технические, я у этих людей прошу прощения. Сегодня вот действительно такой больше технический у нас вебинар. Так, еще буквально полминуты и будем работать по этой теме.
Окей. Упс. Так, это не то, что я хочу сейчас показать. Я хочу вам вот это показать. Что? Запускаться будет? Нет? А. Хорошо. Да, нет, не будет эта штука запускаться. Странно работает. Да, все, готово. Поехали. Время 15:00:45. Как вырезать определенный фрагмент из видео? Меня попросили дать консультацию по этому вопросу. Сказали: Илья, ты же делаешь цитаты Александра Геннадьевича Хакимова. Говорю, я не просто делаю, 7 лет их уже делаю. Каждый день по одной цитате уже 2668 цитат у нас готово. И вот они постепенно выкладываются, каждый день по одной. Да, опыт есть. И как это делается вот тем способом, как непосредственно я работаю, вы можете посмотреть. Я записал несколько видео, и они организованы в определенный плейлист. Сейчас, наверное, даже я вам в чат выложу эту ссылку. Да, вот, пожалуйста. И здесь я постарался прям с чистого листа, то есть как будто бы вот вы Premiere никогда не пользовались, только запустили его, и вот вам необходимо понять, как это будет работать, да, то есть как с этим работать, как что делать. И здесь получаются отдельные записи по созданию аудиозаписи, созданию видеозаписи, добавлению титров и так далее. Ну, то есть вот эти вот видеоцитаты Александра Геннадьевича Хакимова, которые мы каждый вебинар смотрим в самом конце, можно так сказать, что вот полностью, начиная от открытия в Adobe Premiere, это все понятно, что с Adobe Premiere связано, и заканчивая выкладкой на YouTube, да, здесь тоже эта тема есть, это все там определенным образом представлено. Вот, но все-таки это достаточно таки сложная программа Adobe Premiere, и она такая, можно сказать, профессиональная. И просто для того, чтобы вырезать кусочек из видео и сохранить его, да, хотя именно этим я и занимаюсь, когда я делаю видеоцитаты Александра Геннадьевича, ну, там может быть еще небольшое украшательство с точки зрения вот этих титров, там, музыки, там, и так далее, но именно этим я и занимаюсь, но все равно это, ну, такой, это сложный процесс, да. И, кстати, он требует такого более-менее хорошего компьютера. А вот на простом, не мощном компьютере делать обрезку видео можно достаточно легко. Да? Но перед тем, как мы это с вами посмотрим, я хочу вам кое-что показать. Дело в том, что нам для этого потребуется... Точнее, ну, предположим, что видео у вас действительно уже есть, и мы сейчас действительно просто его порежем, да? А вот следующий как раз разговор, да, у нас будет о том, как нам получить исходник. То есть дело в том, что понятно, что мы должны вырезать из какого-то видео, ну, то есть то, что мы хотим вырезать, и как с YouTube скачать этот кусочек, мы об этом поговорим буквально через несколько минут. Итак, предположим, что видео у нас есть, и нам нужно с него вырезать небольшой кусочек. Это делается с помощью... Давайте, нам, может быть, все-таки еще отдельно эту тему подсвечу. Время 15:04:10. Извиняюсь за паузу. Итак, как вырезать небольшой кусочек из длинного видео? За это отвечает
программа, которая называется Format Factory. Вот я недавно скачал свежую ее версию, увидел, что она работает, ну, скажем так, чуть-чуть по-другому, да, и есть некие нюансы, но она очень-очень-очень удобная. Для того, чтобы нам вырезать кусочек, нам нужен доступ к тому видео, из которого мы вырезаем. Как скачивать такое видео, мы чуть позже об этом поговорим. Итак, вам нужно взять готовое вот это вот видео. Сейчас мы его найдем. Ну вот, можно, допустим, как помочь себе близким, Александр Хакимов. И с одной девушкой общается, этот обсуждает. И просто вот это видео просто перекидываете методом перетаскивания, да, в окно вот этой программы. Программу можно сразу запустить, ну, скажем, установить в русскоязычной версии. Она называется «Фабрика форматов», да. Вот здесь и сразу же, как только вы перетаскиваете это видео, появляется куча вариантов по превращению этого видео в другое, по его конвертации. Я пользовался этой программой для, допустим, подготовки видео, чтобы смотреть на телевизор. У меня DVD-плеер подключен, и флешку, если вставляешь, он может показывать. Но вот эти вот новые популярные форматы, типа MKV, там еще какие-то, они не берутся там. И поэтому мне пришлось вот с помощью вот этого программы Format Factory переделать. Иногда можно из видео сделать звук вытащить, то есть это вот вытаскивается с помощью превращения этого файла в MP3. Но, конечно, то, что мы сейчас обсуждаем, это разговор про как раз замечательный вариант обрезки видео, то есть как его вырезать, тот кусочек, который нам нужен. Но перед тем, как мы будем показывать, с какого места, по какое место мы отрезаем, нам все-таки нужно выбрать определенные параметры вот этого готового файла. И вот здесь, получается, мы выбираем сверху первый вот этот пункт, он по умолчанию у нас включается, называется MP4. Но стоит зайти вот и нажать на кнопочку «Показатель», да, вот сюда. И здесь выбрать определенные параметры готового видео. Чтобы видео, которое мы будем обрабатывать, которое мы сделаем, чтобы оно не стало хуже, нам желательно посмотреть изначально, может быть, даже перед тем, как мы его перетаскиваем, на параметры этого исходного видео. Да? И это можно сделать, нажав на правой кнопкой на видео и просто сказать «Свойства». Да? Кстати, если вы начали процесс уже перенесения в Format Factory, вам этот файл сейчас будет недоступен в этом окне. Вам нужно, как я сейчас сделал, в другом окне его открыть и там посмотреть на его свойства. И у вас отобразится вот такая информация. Надо зайти в закладочку «Подробно». И здесь вы увидите, что сам по себе файл — это 1280x720 пикселов. Это вот его ширина, высота кадра. Скорость передачи данных получается у нас 932 килобита в секунду. Да? Аудио — это у нас 127 килобит в секунду, 44 килогерца. То есть вот эти все параметры, вот можете вывести их сюда куда-нибудь себе на удобное место, чтобы видеть их перед глазами. И вот в формате файла, когда вы это все выбираете, вам нужно, получается, эти все параметры указать. Ну вот этот вот видеокод, здесь много пунктов, и их просто не трогайте, которые стоят, да, то есть, в частности, видеокодек не трогайте, там всякие зеркалы, повороты, кодирование в два прохода, и все. Кстати, частота кадров может понадобиться тоже нам, мы сейчас ее поправим. А вот размер видео тут как раз мы меняем. И мы указываем, то есть если у нас 1280x720, это вот называется размер видео меньше 720p, вот этот вот формат. Битрейт мы указываем как раз, здесь было, получается, у нас 932. Давайте вот любое число, которое больше 932. Не любое, а первое число, которое больше. В частности, 1024. Вот, следующий, получается, момент, кадр, да, здесь выбираем частоту кадров, которая указана, это у нас 29.97, вот видите, она у нас как раз здесь именно такая идет, и в принципе все. Вот, больше, в принципе, ничего не требуется, то есть вот получается три окошка, которые нам нужно исправить, а именно размер видео, битрейт,
и кадр. Это то, что касается параметров видео. Надо зайти еще, вот здесь вот закладочка наверху есть, видео, аудио, в закладку аудио и проверить здесь параметры. Здесь они близки к тому, что нам нужно. То есть вот здесь вот 127 килобит в секунду, ну это 128. Опять же, выбираете число, которое первое выше, чем то, что указано у нас в исходном видео. Количество каналов не трогаем. А вот этот вот sample rate, вот этот нужно все-таки его делать именно таким же, как у исходного видео. Иначе будет, ну, может там ухудшиться качество звука. Поэтому его оставляем таким, как есть, 44100 килогерц. Все. Вот так вот оно здесь и есть. Нажимаем ОК. Таким образом, все настройки мы проверили и установили. И вот теперь нужно нажать кнопочку не ОК старт, а просто кнопочку ОК. То есть, если вы нажмете кнопку ОК старт, у вас сразу начнется конвертация этого видео. Ну, то есть, из одного видео сделается то же самое. То есть, смысла нет. Кстати, я не сказал, еще вот здесь по умолчанию сейчас устанавливается результат в исходную папку. То есть в готовый файл будет, окажется в той же папке, где у вас лежит вот этот вот исходник. Если вы хотите, чтобы файл как бы не смешался с тем, что было исходно, или хотите, чтобы было, как сказать, есть какая-то отдельная папка у вас для вот этих нарезок, которые вы делаете, то здесь вы можете просто добавить папку, выбрать ее на своем компьютере, указать и таким образом туда, чтобы это все уходило. Но у нас остается, как вы по умолчанию, результат в исходную папку. Напоминаю, что нужно нажать кнопку ОК, а никак не ОК старт, да? Вот, при нажатии ОК у нас просто эта задача, которую мы выбрали, помещается в так называемый лист, да, лист выполнения. И вот здесь как раз, выбрав... Кстати, можно сразу набросать много задач и запустить это все на выполнение, и оно будет по очереди все выполняться. И можно там, допустим, все очень большие, ну, как бы много задач, можно их запустить, чтобы они постепенно все выполнились, допустим, ночью, да, когда вы уже будете отдыхать, а компьютер за вас все-все-все это сделает. То есть можно здесь создать целый список вот таких вот задач. Но вот у нас сейчас всего лишь одна задача в списке, и вот здесь в правом нижнем получается... уголке, то есть вот из четырех этих иконочек выбираем правый нижний, это так называемое... У меня вопрос первый. Опс. Скажите, пожалуйста, извиняюсь. Всем ли нужен учитель? Почему-то она у меня начала проигрываться. В принципе, конечно. Но есть разные категории учителей. Сейчас хочу понять, в каком окне у меня это все происходит. Не всем нужен, например, учитель высшей математики. Все правильно, начало проигрываться, просто так как у меня два экрана, и я не сразу понял, что произошло. Вот выходит вот такое окно. Давайте я себя уменьшу, чтобы здесь не мешать. Нужно ли ему учитель, скажем, хореография, это тоже вопрос суждения, чтобы это все вкуса, вопрос. И вот мы видим как раз вот это вот видео, как оно уже началось. Давайте на паузу его поставлю, и буду сейчас прям показывать... как идет дальше разговор. То есть, найдя то место, которое вы хотите отрезать, можно это удобно сделать, просто прослушав и нажав на паузу. Да, здесь нету кадр лево, кадр вправо, вот это позиционирование не очень удобно находится, да. Но можно все-таки цифрами указать начало, вот с помощью просто вбивая туда, да, определенные числа. А так, в принципе, все просто. Находите место, наступает как бы, конкуренция, дожидаетесь, когда начнется оно. Кто-то из наших слушателей сейчас... Останавливаете и выбираете время начала. Вот, и у вас время начала таким образом зафиксировано. И потом досматриваете до того места, докуда вам нужно, и нажимаете время окончания. И вот у вас получается, что начиная с 9 минуты 53 секунды и еще, ну, как сказать, 900 тысячных, у вас начнется этот кусочек, который вы хотите отрезать. И закончится он на 11 минуте 51 и 110 тысячных. Ну, в общем, смысл в том, что вы можете гипотетически эти числа сами подредактировать. Просто будьте готовы к этому непростому формату чисел. То есть здесь сначала часы, потом минуты, потом секунды, а потом тысячные секунды. Да? Вот таким образом все эти циферки можете вбить.
В принципе, все. Кстати, здесь можно еще и отрезать, как бы сделать наезд. Ну, то есть, но это только, видите, делается в целом для файла. То есть, здесь это не монтажная программа, это программа конвертации. То есть, если вам полностью из всего видео нужно вырезать вот то, как, к примеру, Александра Геннадьевича Хакимова, это, в принципе, возможно. То есть, просто взять и выбрать именно эту область. Да? То есть, есть такой инструмент. Но сейчас мы не об этом. Мы сейчас говорим о том, что мы вырезаем из всего видео определенную длительность, определенный кусочек его, да. Вот, ну, в принципе, все. Что еще можно сделать? Здесь еще есть такой нюанс. К примеру, вы знаете, что вот начав, к примеру, с какого-то времени, вы хотите, чтобы это видео отрезало всего лишь 1 минута, к примеру, для Инстаграма, да. И вы можете просто взять и сказать, я хочу, чтобы отрезалось 60 секунд, да. И у вас вот этот бегунок второй, который указывает окончание этого видео, подвинется соответствующим образом, чтобы отметить всего лишь 1 минуту. Вот видите, с 8 минуты 46 секунды по 9 минуту 46 секунду он будет это делать. К примеру, нам нужно просто от начала этого видео отрезать только 1 минуту. Просто первый бегунок ставим в начало, указываем продолжительность 60 секунд, она никуда не делась, она здесь есть. И вот смотрите, с нуля по 1 минуту ровно он будет это отрезать. Вот так эта штучка работает. Ну, в смысле, так настраивается. Еще как работает, мы еще не сказали. Нажимаю кнопочку ОК и нажимаю кнопочку Старт. Уже когда все эти настройки установлены. У нас прошел сам по себе процесс и заиграла результирующая музыка, как вы услышали. У нее такая приятная финальная музыка, и мы можем зайти в эту папку и увидеть готовое видео. Вот оно, видите, рядышком здесь как раз легло. И вот это 7 мегабайт. Как скачать видео с YouTube? Вы знаете, есть много разных способов, но и мне, кстати, они все важны были, поскольку я работаю с цитатами Александра Геннадьевича Хакимова, и мне нужно именно с YouTube скачивать трансляции, какие-то эфиры. Я частенько спрашивал раньше своих партнеров по, значит, ведению всяких каналов Александра Геннадьевича Хакимова, но в конечном итоге получил от них ответ, что, в общем-то, у нас самое лучшее качество на YouTube. То есть, если вам все-таки что-то нужно, то вам не нужно в наши архивы лезть, просто с YouTube скачивать, у нас примерно то же самое качество. Так я, в принципе, с этим и работаю. Поэтому для меня это рабочий инструмент, в частности, по подготовке цитаты Александра Геннадьевича Хакимова. И я перепробовал очень много всяких разных инструментов, но вот один из них выбрал достаточно давно, и с ним работаю, и просто новые версии, когда выходят, их обновляю. И, в принципе, я этим инструментом очень-очень доволен. Инструмент называется, как вы уже видите вот на этой закладке, 4K Video Downloader, да? Вот. И этот удобный инструмент. А сейчас покажу, как он работает. Ну, чуть позже я вам скину информацию, точнее, мы поговорим по поводу того, как скачивать сейчас с uTorrent, да, вот ссылочку, на которую я вам скинул, вот сейчас вот ссылка на вот этот вот 4K видео даунлодер у вас уже сейчас есть в чате к этому видео, ну и в конспекте к нашему вебинару, но хочу сказать, что, в общем, когда вы скачаете, установите, у вас появится вот такой вот красивенький, замечательный инструмент, вот. Значит, даже вот, наверное, вам... Сейчас мы попробуем удалить все, чтобы вы увидели этот инструмент в его исходном, оригинальном виде. Да? Вот у меня под рукой оказался нынешний вебинар. Кстати, если вебинар прямо сейчас идет, то его нельзя, скажем так, скачивать. Нужно дождаться даже какое-то время, пока видео обработается. И только после этого можно, получается, новое видео, которое было в трансляции, только скачивать. Где-то через сутки.
Вот. Но если сутки уже прошли, вы можете быть спокойными и это видео, в принципе, пытаться закачать. Значит, чтобы вам это видео скачать, естественно, что нужно сначала его открыть. Вот, давайте, вот, допустим, мой предыдущий вебинар «Как вести социальные сети специалисту эксперту». Захотим получить его запись, да? Для этого, значит, вы его открываете, ну, в смысле, останавливаете воспроизведение. И вот здесь есть кнопочка такая, называется «Поделиться». Гипотетически вы можете, в принципе, скопировать ссылку на это видео прямо из этой адресной строки. То есть, можно отсюда скопировать, но мне нравится все-таки через кнопку «Поделиться». И здесь вот эта вот ссылка на это видео есть, я ее копирую и перехожу в интерфейс, установленный на ваш компьютер вот этой вот программы. Точнее, кстати, вот то, что вы скачаете, то, что я рекомендую. Вот, там даже будет не устанавливаемая моя программа, а просто портабл ее версия, то есть просто там, куда она у вас загрузится с интернета, с торрента, вы просто ее запускаете, и сразу вот это вот окно у вас такое образуется. Нажав на кнопочку «Вставить ссылку», вы получаете вот этот достаточно, бывает, долго играющий вот этот сообщение об анализе этого видео. Я не знаю, что он так долго в этот раз анализирует. Может быть, как раз потому, что я это видео переделывал, переставлял и так далее. Давайте, пока он думает, вот, мы попробуем еще открыть, может быть, какое-то другое видео. Вдруг мой вебинар не удастся скачать. Давайте откроем как раз цитаты Александра Геннадьевича Хакимова. Да? Ну, не цитаты, а эти. Его трансляции. У меня есть подписка на его канал, называется «Александр Хакимов. Прямые трансляции». Ну и здесь какую-нибудь коротенькую возьмем. Вот 5 минут, да, «Плач Шри Чайтанья», да, возьмем. Здесь можно, кстати, если в этом окне вы находитесь, можете прямо вот на эти три точки выбирать. А, нет, не получится. Вам нужно все-таки запустить просмотр. Еще раз показываю, нажать на кнопку «Поделиться», скопировать эту ссылку и уже вернуться в интерфейс программы. Да? Вот здесь уже нажав на кнопку «Вставить ссылку». Может быть, сейчас вот этот вот инструмент не срабатывает, потому что прямо сейчас у меня идет прямая трансляция, и таким образом, может быть, он даже и не запустится. Да? Но там уже дальше все просто, то есть у вас откроется окно, и будет задан вопрос, в какую папку просто сохранить то видео, которое вы выбрали. То есть дальше, в принципе, я думаю, вам никакие особые инструкции не нужны будут. Но мы сейчас будем говорить про рутракер чуть-чуть. И если все-таки у нас... А, все, открылось, да? Вот это открылось, это меню. Смотрите, здесь есть несколько вариантов, получается, по качеству, которое вы можете выбрать. И вот по умолчанию стоит MP4. Здесь формат, его не трогаем, пусть так оно и есть. И если честно, тот вариант, который самый верхний, самый качественный он предлагает, лучше его и сохранять. То есть самое лучшее качество видео, которое есть, вы можете себе скачать. Любое другое качество, которое ниже здесь указано, есть смысл его скачать, если вы, допустим, хотите посмотреть на каком-нибудь слабом устройстве, например, на сотовом телефоне. То есть можно сразу скачать для сотового телефона, например, качество там среднее 240p. Да? Ну, то есть это все зависит. Это. И в принципе все, да. А вот здесь, как я уже сказал, есть возможность выбора папки. То есть место, куда вы будете сохранять этот файл. Более того, вы можете выбрать и название этого файла. По умолчанию оно подставляется таким, какое было название у самого видео. Да? Ну, в принципе, все. Если бы какие-то вопросы были, я бы на них ответил. Если нет, просто нажимаем на кнопочку «Загрузить». И это видео у нас, вот видите, уже быстренько, вот эти 47 мегабайт, они очень быстро скачиваются. Вы знаете, с некоторых пор я регулярно стал использовать этот инструмент. Даже, ну, не то чтобы регулярно, но я вот, допустим, когда смотрю какое-то очень интересное видео, но в которое указано очень много рекламы, но в котором просто помещено очень большое количество рекламы, у меня бывает желание скачать его и посмотреть, потому что вы понимаете, что скачиваемый вот этот файл, он уже внутри не содержит этих рекламных блоков, которые выходят при просмотре. Поэтому можно
если вы что-то длинное хотите посмотреть, чтобы вас реклама не прерывала, в принципе, вот с помощью инструмента 4K Video Downloader вы можете легко это все делать. Ну, вот такой расклад. Вот, ссылка на то, как найти вот этот 4K Downloader на RUTracker, она у вас есть вот в чате трансляции и в конспекте. Закрываю эту программу. И давайте буквально пару слов про RUTracker, потому что он, конечно, сейчас открывается не у всех. Время 15:29:50 будет. Как скачать с RUTracker? Да, то есть его сейчас заблокировали. И как вот вы, наверное, уже увидели, я тут, по-моему, открывал. Уже, по-моему, закрыл, да, эту штучку, что, ну, как сказать, не открывается страница в обычных браузерах. И совет о том, как все-таки решить эту проблему, он содержится вот в этом топике. Топик тоже вам закидываю в чат, чтобы он у вас был. И также его открываю у себя сейчас на экране, да. Здесь есть несколько способов. Я не уверен, что тот, что я посоветую, он вам подойдет. Поэтому сразу все три варианта, которые здесь предлагаются. Упс, я извиняюсь, я не то вам закинул. Это я вам закинул предыдущую ссылку. Так вот, значит, как раз вот эта вот ссылочка, сейчас я обновил. Инструкция по альтернативному входу на RUTracker, которая обновлена в феврале 2021 года. Итак, здесь вот сразу рекламный блок большой, не смотрите его. Второй момент, есть Tor браузер, это значит, что вам какой-то новый браузер нужно скачивать и ставить. Это тоже, мне кажется, не очень хороший вариант. Зеркало. То есть заходить на RUTracker по какой-то определенной ссылке. Но эти вот зеркала, они будут меняться, и это, в принципе, может не рабочий вариант. То есть какое-то время он поработает, потом он прекратит. А вот этот вариант FreeGate, он как раз может сработать. Но учтите, пожалуйста, что вам вот этот FreeGate, это расширение для браузера Google Chrome или для браузера Яндекс. Вот эту вот ссылочку вам нужно открыть непосредственно в Google Chrome. То есть я вот основным инструментом у меня, как вы видите, является Mozilla. Просто скопировал эту ссылку. Давайте, кстати, я вставлю сюда вам, чтобы она у вас была. И уже, когда я открыл ее в Chrome, у меня сразу открылись варианты для... Кстати, видите, не только для Яндекса, но и для Opera она уже сейчас есть, да? И вот FreeGate 3 для Google Chrome я выбрал, кликнул, и через какое-то время, в общем, это дополнение к моему Google Chrome установилось. И после того, как она установилась, у меня уже, как вы видите, может открываться любые ссылки на непосредственно RUTracker. Это Махабхарату я смотрю, там еще какие-то вещи. То есть, в принципе, это все, вот оно теперь у меня под рукой и работает. Вот то, что хотел вам рассказать по поводу RUTracker. Так, время 15:32:50. Создание продвижения личного бренда. Курс от Ларисы Миловановой. По идее, первое платное занятие должно было состояться в этот понедельник. Но так как у нас в России сейчас выходные были. Да? Да, понедельник, вторник. Да, сегодня первый рабочий день у них. Они перенесли сегодня последний день оплаты. С завтрашнего дня уже начинаются платные занятия. Но если вдруг вы хотите запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, я, значит, прошу вас мне на WhatsApp написать, хочу учиться у Ларисы Миловановой. Чтобы вам все-таки четко понять, если вы даже не, как бы, не, чтобы вы не, если вы не были на предыдущих ее занятиях, вот вам ссылочка на первое занятие, ссылочка на второе занятие. Посмотрите, как она ведет, насколько она вам интересна, потому что для каждого человека свой учитель, вот, и, возможно, это как раз тот человек, который вам поможет с личным брендом. Я также на этих всех занятиях буду, как
скажем так, помощник, как на подхвате. Там все занятия идут в формате Zoom собраний. Есть отдельный закрытый телеграм-чат, где это все обсуждения там и так далее, да, сдача домашних заданий. Вот, в принципе, у вас перед глазами полностью описание всех этих занятий, их тем. Сейчас, как я уже сказал, первые два занятия прошло, второе, третье, которое платное уже, платного курса было запланировано на 22-е, пройдет завтра, 25 числа. Так что присоединяйтесь, добро пожаловать. Так, время 15:34:50. Вдохновение для фото-видеомастерства. Выпуск 5. Давайте посмотрим. Это посты, которые я выбрал лучшими за последнюю неделю. Да? Если не ошибаюсь, мы что-то с вами уже смотрели. И да, по-моему, вот это было последнее у нас 5 дней назад. Ну, в любом случае, вот начнем, наверное, вот с этой картинки. 4, короче, изображения за последние, вот эту неделю я собрал. Мне очень нравится эта черно-белая фотография. Здесь вот этот присутствует элемент глича, да, то есть вот это вот искривленное зеркало. Вся фотография стилизована под 70-е, 80-е годы. Девочка такая вся, вся одежда, вот этот холодильник, все-все-все. И вот это вот, мне нравится еще очень классный элемент перекрашивания, да, черно-белой фотографии. Вот это вот фиолетово-зеленый оттенок. Очень мне вот эта тема понравилась. Две фотографии от Эммета Спардинга. Это travel-фотограф, за которым я активно наблюдаю. Три фотографии, да. И очень-очень крутые. Это прям, по-моему, реклама его очередного курса по-моему, по фотосъемке или по обработке фотографии. Ну, просто суперский цвет, очень классная композиция, история. То есть, просто великолепно. Ну, две фотографии остальные тоже так хорошо в копилку идут. Значит, обложка китайского Вога за, я так понимаю, это у нас за март месяц, да, мне очень понравилось. Такая совсем не китайская девочка, такая больше как бы пол, такая смахивает немножко на европейку. Но знаете, мне самое главное здесь понравилась вообще простота самой композиции. То есть она сделана несложно, то есть взяты вот эти вот такие, как сказать, пласты, это не пенопласт, это у нас губки, да, то есть вот такая, этот поролона, вот, вспомню название, покрашены, то есть просто вымочены в цвете, и из них вот собрана вот эта вот очень прикольная композиция. Видите, еще немножко тут порезана вот эта верхняя часть, а так, в принципе, это все дизайнер сделал буквально, ну, там, за полдня, допустим. Ну, не за полдня, конечно, просушиться должно быть. И вот они их положили и ее туда поставили. И вот очень красивая цветная такая вот тема. Прям очень классно играет. И цвета, кстати, классно подобраны. Ее цвет волос тоже, он классно вписывается в эту цветовую гамму. Но, безусловно, тут очень роляет ее лук такой черно-белый. Прикольные, конечно, туфли синие. Они тоже собираются вот с этой. Ну, я думаю, что здесь, конечно, в фотошопе еще цветами немножко поиграли. И, конечно, цвет самого названия Вога здесь тоже роляет. Но смотрите, какое разнообразие по цветам и как это все круто в результате собирается в очень такую красивую цветовую гамму. Ну, а вот эту птичку я сегодня, как сказать, вытащил. Она у меня давно уже была подписки, я просто внимательно еще раз хочу пробежаться, что я ее раньше не выкладывал, потому что я нашел ее очень-очень давно. Это обложка, получается, Вога, который тайваньский, а не сингапурский. Вот Вог, и он очень крутой, просто суперский. Мне очень нравится эта обложка. Ничего больше не скажу. Ну, как понятно, свет, все дела, сама птица, текстура. Очень минималистичный лук, только рубашка, мейк, простая очень прическа, но как-то это вот очень классно, классно работает.
Окей, вот такой вот расклад. Давайте быстренько посмотрим Воги и будем потихоньку закругляться, да, потому что в 4 часа у меня уже будет премьера ролика, который мы сегодня уже с вами подсмотрели, про курение. То есть мне нужно уже до этого времени полностью закончить. Но там немного, но там есть на что посмотреть. Я еще эти, по-моему, Воги делал на старом компьютере. Точнее, на старой операционной системе. Сейчас важно будет их найти. Вообще, конечно, перенос документов, ведь фактически полностью отформатирован C-диск, да, и все это как бы в выстраивании. Это вот 2 дня я этим занимаюсь. Ну, то есть вчера я компьютер получил в 9 часов в понедельник вечером, да. И вот только-только вот сейчас потихоньку-потихоньку начал он работать. Ну, в том плане, что все теперь под рукой более-менее. С этим совсем могу работать. А, у меня эти ссылки есть. Мне там не надо искать. У меня же все в конспекте. Сейчас я открою, посмотрю, как откроется первое изображение. Потому что хочется, чтобы все было красиво. Все-таки вот программу для просмотра буду переставлять. ASDC поставлю, да? Потом немножко поговорим про это. Сейчас пользуемся программой, называется Photos, да? Которая по умолчанию идет в этом. В чем? По умолчанию идет в 10-м Windows. Да, наверное, вот как-то вот так. Сейчас я себя уменьшу. Так, ну все. Время 15:40. 55 будет. Лучшие референсы журналов. Разбор сегодня 43-й у нас. Мы с вами сейчас посмотрим американские и голландские Воги за март месяц. Итак, сначала американский Вог. Ну, вот видите, как долго подгружают он эти картинки. И, если честно, это мне не очень нравится, как это отрабатывает. ASDC-шка, конечно, работает значительно круче. Диор, вот очень много отсняли, и теперь они могут себе позволить эти развороты. Если помните, начиналось все в американском Воге с маленьких таких вот картинок конкретных. Финди, по-моему, мы видели эту рекламу. Нет, это новая, и она крутая. Просто мегаская. Здесь видите какой-то силуэт, то есть на длинной выдержке, вот так вот это все снято, да? Какая-то девушка в синем, да, здесь пробежалась. Наверное, вот эта девушка, которая сейчас здесь лежит. Так. Дальше. Такая реклама в стиле стрит-съемки, да, такой. Ни к чему не привязанный, да. Вот это, конечно, реклама мне. Но я много раз про нее уже говорил, что она мне очень нравится. Так, собаки. Ну, прям весь американский Вог, видите, полностью все мартовское начало. Это все реклама. То есть ни одной еще пока до сих пор нету рекламы. Такая агрессивная реклама с ногами вот так вот, да. Ну, красиво все это разложено, конечно, но вот так вот интересно все это. Ну вот, начались какие-то вещи. И снова реклама, в этот раз Balenciaga. Вот разворот про художницу. И очень красиво снято, очень круто. Тут написано, кто снимал. Нет, не написано. Ладно, неважно. Смотрите, вообще ни одного редакционного материала. То есть только реклама. Ну вот первый пошел. Так, кто снимал? Снимал Фэнг Ли. Да? Американский Вог снимает Фэнг Ли. В смысле, редакционный материал.
Еще одна. Ну, так, ничего особенного, на самом деле. Второй редакционный материал. Джек Никерсон. Джеки Никерсон. Джекин, это она, да? Это поинтереснее. Смотрите, с водой как интересно, да? Я так понял, что это кадры... Я, знаете, думаю, как это сделано? Она сама покаталась, или как-то она вообще эти сессии собрала, а потом предложила Vogue их напечатать. То есть заплатили не за это деньги, или это было чисто, что, ну, как сказать, просто сотрудничество такое, что они ее публикуют, пишут, кто она. Вот, это сложно. Просто здесь каждый кадр, он классный, он интересный. И вместе с этим это снято в абсолютно разных местах. То есть здесь вот получается первый вот этот разворот, это Ирландия. Слева Мексика, справа Париж. Париж и Шанхай. Лос-Анджелес. Нью-Йорк слева, справа Пуэрто-Варта в Мексике. Сенегал, Дакар. Лос-Анджелес слева, справа, Австралии, Байрон Бэй. Ну, прям какое-то портфолио этой тетеньки с этими, с моделями. И портфолио крутое, на самом деле. Очень классные кадры. Все они такие тематические, сплошные эмоции. То есть вот то, чего очень часто не хватает как раз вот этим редакционным материалом, что все они такие бессмысленные. И, ну, не все они, многие. В них мало смысла и мало эмоций. А здесь прям это супер просто. Итак, вот это Лондон. Это у нас Мумбай с Лондоном. Это у нас Варгас в Нигерии. Шанхай. Опять же, в Байрон-Бэй в Австралии. Лондон. Лос-Анджелес. Знакомое, да, личико? Вот, Мексика, Мехико-Сити, Париж, Бразилия, Лондон, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Какие классные, какой классный автор, да, согласитесь. Смотрите, как она работает и со светом, и вот на улице она тоже очень круто. Ну, просто супер. Ну, надо будет ее добавить в нашу базу фотограф, потому что она мне прям очень-очень-очень сильно нравится, да. Так, ну что, тут, я думаю, сейчас уже будет американский Vogue заканчиваться, хотя нет, вот еще одна очень красивая редакционная статья с масками, да. Это режиссер даже, Джуди Дэш, кто снимал, наверное, даже и не важно. Может быть, это какие-то кадры из какого-то сериала, не знаю, но почему-то именно указан как директор, да, не как фотографер. Ну, с негритянками все эти статьи я пропускаю, потому что я понимаю, что это очень сложно, конечно, нам без негритянок снять. Не извиняюсь, без афроамериканок. Так, ну все, это мы с вами посмотрели американский мартовский вок. Давайте посмотрим еще голландский. Ух ты. Марковский. Так. Странно, он не открывается почему-то в другом окне. Ну ладно. Итак, Vogue Голландия, март месяц. Реклама Шанели, черно-белая. Оригинально. Очень шумная фотография для рекламы, да, выбрана. Интересно такой момент, прям такое зерно сильное. Вот это очень красивая композиция, смотрите, с сумкой, как она собрана, да. В принципе, с любой сумкой можно даму так через ручку сфотографировать, но вот именно эта, конечно, форма, она очень круто собрана. Вот это классно вообще, кто это так работает, можем ли мы найти автора. Так, фотографер Джорджа Дэвей Смит. По-моему, мы на нее не натыкались раньше. Вот все эти фотографии, которые дальше здесь будут крупными, они на том развороте, да? И прям супер. Мне очень нравятся такие
непростые позы и как бы движения, и ширик так достаточно уместно, да, сделан, потому что бывает на ширик иногда снимает и выглядит это так, ни туда, ни сюда. Вот. Так, что-то я не помню, чтобы я в голландском воге здесь что-то такое особенное потом еще увидел, да. А, было, вот эта серия, и она прям суперская, и она развернута в бок, поэтому так уменьшена фотография, потому что эти фотографии, они горизонтальные. Это прям в стиле кого нашего любимого, Грегори Крюдсона, да? Блин, что, я крупнее не могу в этой программе показать? Могу. Вот, смотрите, какой великолепный кадр, как он классно построен, да? Этот кадр и этот, в принципе, смотрите, цвет какой, зеленый у туфель и красный у этой машины, как все собрано и продумано очень. Я уверен, что вот у этих кадров, у каждого из них был, безусловно, сначала художник, ну, в смысле, все это как эскиз сначала рисовалось, только после этого это все собиралось. Вот так, что там у нас дальше? Он у нас перестал мотать. Вот. Еще два кадра, и они тоже просто суперические. Вот, смотрите, как это великолепно. Опять же, здесь ширик использован. Мужчина, женщина, как ее взгляд, насколько это круто вообще. Прям классно. Так, окей. Еще две. По-моему, вот это, по-моему, нет, смотрите. Прям классные какие-то. Все они уникальные, красивые. Хотя вот эта будка, я так подозреваю, это та же будка, которая только что была. Блин, какое классное место. Представляете, в таком месте поснимать? Ну, это прям они хорошо заморочились, да? То есть они подсветили, все здесь сделали, да? А здесь, смотрите, какой ракурс классно взят. Вообще супер. Это высший пилотаж. Сейчас найдем, кто автор. Последнюю парочку посмотрим кадров. Вот они. Такое невеста на ладошках, наоборот, да, но очень круто сделано, да. И вот кадр с аквариумом в машине, тоже все подсвечено. Вот реально, как у Григория Крюдсона, у него прям вот все элементы высвечены, ну, как сказать, светом выделены, да. И вот здесь прям похожая прям работа, да. Да, давайте посмотрим, кто этот великолепный автор, кто так круто работает. Сара Ван Риш. Сара Ван Риш. Тоже обязательно нужно добавить в нашу базу фотографов, чтобы следить за ней. Ну, подписаться в Инстаграме обязательно нужно на нее. Так, ну все. Кажется, так, это вот еще одна студийная съемка с афроамериканками. Еще одна студийная съемка. Вот это классно. Я, по-моему, хотел ее даже Photo Inspiration забрать. И что-то не взял. Смотрите-ка, кто это. Это же Арсений Джабеев. Да, это российский мастер в голландском воге. Да, все-таки Арсений добился своего, все-таки он крутой. И сама серия достаточно хорошая. И девочка, я понял, где мы видели этот, только другие кадры из этой серии. Классно. Молодец. Так, что-то еще. Смотрим, классная вот эта вот фотография, опять же, со стаканом, дефис, аквариумом. Нет, все. Вот такой 5. Как быть благодарным жизни, если жизнь в тягость? Такой вопрос задали Александру Геннадьевичу Хакимову. Давайте послушаем, как он ответил. Правда, правда, да. Жизнь в тягость, да, для многих людей. Сейчас много потерь. Вот, во время этого карантина всемирного. Многие люди сейчас страдают, конечно, жизнь так поворачивается неожиданно. Что делать? Здесь нужно проявить качество, чтобы выжить.
качество покорности жизни. Вот где-то нужно просто подчиниться. Я вам скажу три вещи скажу. Если проблема в вашей жизни исходит от других людей, то ваш долг дать людям этим знания, чтобы они вели себя лучше. То есть им нужно проповедовать какую-то истину. Если проблема исходит в вашей жизни от вас самих, то нужно себя обучать, учиться самому. Духовный учитель, духовные люди. Если вы общаетесь с возвышенными людьми, вы, конечно, будете всегда продвигаться. Общайтесь, пожалуйста. Вот два варианта. Третий вариант. Проблема приходит не по вине окружающих людей и не по вашей вине. Это надо терпеть, вытерпеть, выдержать. Вот от этого зависит ваша сила именно воли. Да? Боец не тот, кто может ударить, а вот сколько он может выдержать ударов, настолько он считается стойкий боец. И вот тут нужно именно вытерпеть вот этот период времени. Он временный. Вот несколько лет астрологи говорят, ну где-то года три еще начинают, года три еще будут трудности. Для многих людей еще будут серьезные испытания. Наберитесь терпения, мужества, пожалуйста. Вот к чему мы сейчас призываем. Если мы не можем что-то изменить, мы терпим и работаем над собой. Обращайтесь к Богу, это мой совет просто личный. Обращайтесь к Богу, читайте священные книги, которые вам по душе. Если что-то непонятно, спрашивайте, ищите, давайте, начните жить. Активно искать истину. Начните в это время, подходящее время. Друзья, спасибо вам большое за сегодняшний вебинар, за участие. Поставьте, пожалуйста, лайки, если вам понравилось. Встретимся теперь с вами через неделю. Это будет уже весна, 3 марта. Так что пишите комментарии, пишите свои вопросы, обсудим. Вот, желаю вам...